Сангом была еще в оригинале. Я к тому, что... Ну, они, скорее всего, просто... Да, его, по идее, можно было благословить и спасти, но он, короче, нифига не благословляется, и в итоге его просто, блядь... Вот так просто делаешь, и все, блядь, и... Хуяк нахуй, блядь. И можно его похилить. Давайте его похилим, короче. Попробуем его спасти, блядь. Видишь, он, блядь, не хилится нихуя. Угу. Здорово, ребят. Я стрим запустил. Скажите что-нибудь. Один, два, три. Ага, все, отлично. Вич говно. Ну, вы все, вы отправили магистра Санга в помойку? Ну, наверное, да. Да. Какие же вы бесстыдные, а? Но зато 1700 опыта за него. Убить, за него дают 1700 опыта, так что нормально. Ладно. Так, короче, я это открываю оружейную. Так, а это что за хуйня? Так, ага. Я оружейную открыл. Чё-то... Так, и шлем тирана. Подбираю шлем тирана этим ящером. Вот, сейчас, секундочку. Ага, все, это у тебя. Короче, остались перчатки тирана, и все, и будет full сет. Довольно-таки ёбкий сет, по крайней мере, на там. А он разве не проклятый? Или там только кольцо проклятое? Нет, проклятое только кольцо. И, короче, о! Ну-ка, давай попробуем, кстати, эту тему нет, сделать. Нет, фуллсет не спасает от того, что у тебя кольцо проклятое. От кольца нет. Кинь кольцо на землю. Выкинь кольцо просто на землю. У меня есть мысль ее благословить, просто кольцо. Так, вот он лежит, да? Ага. Так, сейчас попробуем его, блядь, попробуем на него, блядь, кинуть благословлялочку, если это возможно. О, можно. Ну-ка. Опа. Так. Nice. Только не одевай. На нее что-нибудь написано? Ну, изменилось что-нибудь? Накладывает эффект проклятия. Все, ничего, не одевай, значит, короче. Этого недостаточно, да. Нет, да, просто, конечно. С магистром Сангом была, ну реально, еще в оригинале их критиковали, и я лично, за то, что этот квест никуда не идет. То есть, да, поэтому... Да, что благословение должно снимать проклятие, соответственно, пишут, надо надеть кольцо, а потом благословить. Серьезно? Ну, как бы, оно проклято, и... Ладно, окей. Давайте попробуем. Ну, попробуй его надеть, а потом благословить. Стой, да. Нет, подожди, кинь его мне. Кинь его мне. Давайте сохранимся. Да, да, просто потестим. Да, да. Кинь его мне просто и сохранимся. А где вы вообще, мутанты? Куда вы ушли-то? Вышли просто. А что, вы тут все обыскали, что ли, уже? Да. Да, что-то. Короче, давай, ты сохранился? Да. Ладно, короче, давай, я одеваю. Так, все, вот на меня хуйнулось проклятие. Опа. Снялось. Ебать, что произошло-то? О! Совсем. А, кольцо исчезло. Короче, вообще оно полностью, оно разрушилось. А, ну, отлично, короче. Оно разрушилось вместе с проклятием, короче. У меня возникает только один вопрос. Можно ли магистра Санга вообще как-то спасти? Сейчас посмотрю. Divinity 2, магистр Санг. Ну, то есть, есть ли какие-то варианты его спасти? В оригинале точно не было, я это гарантирую. В оригинале не было, да. А, не, перстень брака, короче, остался. Только он теперь... О, слушай, на тебе тогда его. Слушай, он охуительный вообще в плане этого майка. Он на мага заебись. Мне? Давай сюда его. Него. Да, интеллект, телосложение, накладывает эффект проклятия. О, накладывает эффект проклятия? А, если ты его оденешь, он на тебя опять накинет эффект проклятия. Просто фишка в чем, что ты когда благословляешь, оно с тебя снимается. Все. Да. Короче, его просто нахуй. А зачем? Нахуй. А, просто бесполезное кольцо, да. Такое бесполезное. Нет, его надо будет одеть перед этим... Хотя нахуй не надо, потому что, блядь, мы все равно будем проходить по-своему. Если вы поможете магистру Сангу избавиться от мук, то есть убьете его, можете получить тег и достижение злодея. Магистра невозможно исцелить. Вот насчет того, что его невозможно исцелить, я реально... ну, то есть, я уже дождался Divinity, вот. Это реально хуйня, я считаю, что, ну, что за бред. Я это критиковал просто еще в 17 году, поэтому, да, его надо просто пойдемте, убивать. Ладно, свиней, окей. Свиней это сделаем, со свиньями все хорошо. Ребят, у вас нормально все? Картинка хорошая, надо бы перепройти в третий раз. Ну, это сейчас вон. Ребят, я так намекаю, что, как бы, донаты как бы включены, чтобы вы понимали, да, как бы, да, видос готовится новый, вот, поэтому. Про Unreal Engine 4 там кое-что удалил, кое-что добавил, там все красиво будет. Так, Андрюх, да. Пойдем со свиньями поговоришь, убедишь их. Подожди, там, бля, я чуть было к вопящему не пошел. Так, пойдем, ну, пойдем. Пойдем. Вы куда телепортнулись? Вы портнулись, что ли, куда-то? Нет, просто я магистра Лока нашел какого-то. Не рано еще туда. Да ты не магистр надо туда идти, куда пошли вообще? Я просто пошел, куда глаза глядят. Куда вы пошли, ёпта? Ну, помогите с магистром Локом, давайте я с ним поговорю, я ему скажу, что все хорошо, блядь, чтобы он...
не выебывался. У меня сейчас немножко картинка. Вы не туда немножко пошли немножечко, потому что вы сейчас там пизды огребете, поэтому не надо туда идти. Там сейчас Молох появится и скажет вам всем, блять, а-та-та, нехуй тут ходить. Посветлее игру сделают, что-то темноватая какая-то. Вот, идите к магистру Локу, давайте. И вот где я нахожусь-то вот. Где? Я пока. А, во-во, магистр Кок. Так, Вульф, не, я никакого Вульфа не знаю. Скажи правду, кто ты такой? Я ему скажу правду, кто такой. Сейчас, подожди, убеждение. Вот, он не в том положении, нахуй. Не выебывайся. Выебываешься-то, не, блядь. Ну давай ему подлечим, господи. Его нельзя вылечить. А. У него постоянная слепота. Так. Летел где? А, ну вот он как раз жезлы эти вот они хотели забрать. После остатки, блядь. Так. Так, пусть возвращается в форт, нахуй. Живи, родной. Будешь хотя бы слепой, но будешь жить, блядь. Так, короче. Что здесь можно забрать? Жезлы позабрать, эти ебуны все. Так. Жезлы избавления вытягивают исток, да? Да, но они использованы все уже. А-а-а. У нас есть жезл один избавления, но я его, скажу, сохраню на эту, на дрифт тут. Нам же не нужен исток этих убивать вопящих, нам же дракон поможет. Он же расплавит их всегда. Ну, в принципе, справедливо, да. Так, вот здесь Мишка маленький есть, поговори с ним. Скажи Андрею ему, что маме пизда, нахуй, и все. Успокоил. А маме правда пизда? По-моему, она же жива где-то, нет? Да, она там, нет, она вон лежит мертвая. А, все. Где? А, немножечко рядом. Вот тут труп медведицы. Где? Вот он здесь. Вот он. Где я не вижу? Я ж кидаю маркер. Так, медвежонок так, бежит и... к маме. Проверяем. Да, он бежит к маме, сейчас будет плакать. Говорит, что мама, мама, все такое. Жестоко, блять. Да, есть такое. Кто? А где он? Ну, скорость бега, конечно, впечатляет. Ну, он маленький еще. Не, ну вообще медведи быстрее человека. Ну, да. Ебать, он еле идет. Нормально. Он расстроен. Он не бежит, он идет. Он расстроен. Либерталь убил медвежонка, говорит, что чтобы он не страдал, не мучился. Ну ты бы к трупу матери, я бы уверен, быстро бежал, да? Сам, если бы что, он так бы скакал бы. Наконец-то хата, да? На самом деле это все зависит от человека. Да, хата в гусь хрустальном, вот это наследство, охуенно. Всё, пиздарики. Первый донат за сегодня, Dragon Force 0, спасибо большое. А то когда стримишь 8 часов, первый донат пролетает только в 2 ночи, спасибо большое, это приятно. Так, ну что будем делать с медвежонком? Да, пускай растет сильно, мы уверены в себе и человеком, да. Да, я тоже предлагаю так оставить его в живых. Так, ну что, пойдемте обратно назад. Со свинками решим вопрос. Че ты столько квестов еще называешь, а если тут только 8.5, что за них мало, то ли давать будет, то ли что? Пока 7. Не понял, у меня что, Shadowplay что ли помер? У нас... Так, а что это за леса какие-то? А, Shadowplay не помер. А вы куда пошли? Нет, блять, бой. Ай, блять, ой, мутант, блять. Ой, долбоёб. Ладно, ладно, поехали. Когда ты поймешь вот слово, блять, вот что есть такое слово, называется идите за мной. Вот ну все, не, ну давай как бы этих самых разнесем. Не-не-не, я иду, сейчас разъебем все. Сейчас. Ебать, будет, что за огромная хуйня. Что в ДНД, Молох. Что здесь? Да, Молох, да, знакомься, Молох. Здравствуйте, да, Молох, алло. Это такой нехуевый парень, блять. Он быстренько сейчас тебе устроит ебучку, блять. Слышал про такие войдвоукины такие, исчадия пустоты, слыхал? Вот это оно, да. Вот, вот, да, знакомься. А знаешь, что еще? У них у всех хайграунд. А знаешь почему? Потому что, блять, мы могли бы начать этот бой с другого места, но мы начнем его из жопы, в которую ты побежал, потому что ты долбоеб. Потому что сказали, иди за мной. Не, ну на самом деле, в принципе, по... Я не увидел, куда ты пришел. По левел-дизайну, в принципе, этот бой должен начинаться здесь, потому что ты по нему... сюда, в принципе, с этой стороны и зайдешь. Ты можешь начать этот бой с разных позиций, на самом деле, если быть хитрее. Ладно, пускай он решает вопрос. Да, ну, мы знаем, да, но мы-то знаем. Мы
это знаем, да, согласен. Не, я на хайграунде буду, я сейчас портанусь, будет все нормально. То есть я тут вот к этим двоим, которые тут сидят, зайду в тылы. Просто ребятки такие, на самом деле, нихуя не слабые, их много, и еще и на хайграунде, да. Поэтому. Какие вот красивые скелетики. Довольно-таки сложный бой. О-о-о! Сейчас он это. Нихуя он жесткий. Да, тут прикол в том, что он сейчас накинет на себя пиздатое нахуй заклятие. Он просто обнулил мою физикал армор. Ну, он нихуево ебашит, да, по физе. Так, а у нас все в бою? Я просто... Кстати, защитный купол только союзникам, да? Накладывает бафы, да? Ну, да. Ну, ты можешь. Вот посмотри, я могу побыть пидорасом, могу не побыть пидорасом. То есть, я могу на себя выдропнуть. Да, могу на Сильверстоуна. Ну, будем наказывать Сильверстоуна за его поведение или не будем? Дропай на себя. Ладно, блядь, иди сюда, долбоёб. Так, где ты? Фейна на себя, портани, да, просто. Я так и сделаю сейчас. Иди сюда, мракобес. Вот, все, отлично. А я сейчас с этой стороны немножечко вылезу, ебальнички откушу, блядь. Так. Ну, красному принцу пока нет нужды в этом, да? Не, красный принц, заебись. Ладно, поехали, воодушевление за бафы. Все, поехали. Ой, хорошо, ребят. Ну чё, как вы тут живете, блядь? Как у вас тут дела, блядь? Хорошо, блядь. Нормальный хайграунд занял, я так считаю. Ну я пока еще даже. Я еще даже не на хайграунде, блядь, подожди. Ну, сейчас, блядь, прилетит с хайграунда, конечно, немножечко. Так, это раз. Ага. Так. Ну, давай вот так еще раз. Ляп. Сука. Хорош. Так. Развиваем успех. Так, теперь вот сюда. Хорош. И шифруемся пока. Дал. О, молодец. Ты умный, наумилишь, потому что. Правильно, я понимаю. Спасибо, Бахмин. Он лучник, поэтому ему. Ой, я понял, пошел он к вам. Так, братан, а ты что, потерялся, что ли, блядь? Бахмин, ты совершенно правильно все понимаешь. Ну то есть. Так, а что не понял? Разлагающийся стрелок, да. Ты видел, откуда он прибежал? Оттуда, где я сейчас стою, блядь. Ну, он просто нахуй спустился и побежал, блядь. А у Молоха пустоты какие эти самые? Как его можно проверить, к чему он там уязвим, к чему нет? Тут же нет такой хуйни. Тут же уязвимости, по сути, условно говоря, раз он горит, у него сейчас огонь. Если он был бы мокрый, то есть, допустим, на него будет действовать... Нет, я имею в виду... Нет. Тут такого вообще нет? Не, на среднюю кнопку мыши нажимаешь. Осмотреть и смотришь, да. Правая кнопка мыши и смотришь, что у него. Осмотреть. Ну вот, болезнь, сопротивление. Огонь 25, вода, воздух, земля. А, ну вот, у него воздух минус 20. Время показать ему, что такое абсолютная власть. На нахуй. Так... Дальше. Вот там снизу ребята, смотри, мы сейчас... Ты же знаток легенд, ты как раз должен осматривать. Отсекаем. Отсекаем этих ребят фаерболом. Просто филигранно дропнул. Чтобы вон тот еще не прибежал, разлагающийся головорез. Какой? Ну там снизу, да, разлагающийся головорез. Но я Молоха сейчас буду ебать, поэтому как-нибудь там Молоха может особо не этого. Братан сейчас будет выхватывать. Потому что я его сейчас сниму с него физуху и дропну его на землю. Ох, какой он жесткий, а. Давай, Сильверстоун. Убери от нас череп, вот это самое, стрелка, если можешь, телепортации как можно дальше, только не на хайграунд. А зачем? Забейте, он на что ничего не сделает. Ну, пока мы под щитом, да, он нам ничего не сделает, но только щит не будет стоять вечно. Он сколько шагов стоит? Так он не доживет, забей. Сейчас еще любят. Самая главная цель — это Молох. Надо Молох сказать. Я знаю, Молох. Хорош. Потому что... Нормально, там Молох уже помер почти. Это же стандарт. Но он сейчас умрет следующим ходом. Dragon Force, спасибо. Я не понял, почему никто не поддерживает нашего любимого стремителя. Этот бегает, что-то умирает. Спасибо просто. Большое, ребят. Подожди, а где лучник-то, блядь? А, нет, чуть позже.
Опа, 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 смотри, 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 кто задумал, тут процент к тебе бежит. Сейчас он тебя на нахуй. Неплохо. Так, ну чё, родной, пора нахуй отъезжать в гроб, блядь. Ребят, просто я в Definitive Edition еще не играл, поэтому... На, да, нахуй. Ух. Так, нет, я его, скорее всего, следующим ходом не добью. Но тебе нужно либо магическим уроном жахнуть, либо, либо очень крепким физуроном. Нет, у меня есть магический. Ну, тем более, ну, вот так вот я могу сделать. Ну вот и все. Много флекса, мало секса, так, да. Так, подожди, подожди. Там рядом с вами стоит пацан. Говорят, что он это вам мешает, да? Да вон, добивай головорезу. Не-не-не, в пизду. Зачем головорезу? У меня вот тут пацан стоит. Сейчас мы ему сделаем немножко ататай. Да, минусу его. А, подожди, ты мог минусануть парня под собой и потом продолжить свой киллстрик. Нет, у меня уже дали 2 ОД за а этот, это только один раз заход можно сделать, что ли, только? Да, да. А, поэтому... окей. А парня под собой мы минусанем сейчас очень другим хитрым способом, так что не переживайте. Для него все, для него другой сюрприз приготовлю. Вылечил он, да, да. Так что все отлично. Так, ты тоже undead, да, говорят? Да, кстати. И, кстати, тоже без брони, блядь. Приятно было иметь с вами дело. Так. Так, а кто остался? А, вон, ребята, внизу 2 остались. Я боюсь задеть нашего. А у него физ... Ебашь, похуй. Нет, не похуй. Кстати, они фуловые оба. Ладно, поехали. Я буду дальнего трахать, поэтому разбирайтесь с ближним. Да, немножечко Красного Принца покарал, но я по Красному Принцу потом восстановлю броню. У меня есть каменная броня. Дождь к вам, красненький. Каменная восстанавливает физ броню, я тебе маг броню восстановлю. Физ броню, да. Я могу и поднять щиты сделать еще. Это мало дают, по-моему. Так, я фейн, а этот остался как раз. Головорезик без маг брони. Сейчас на телефоне сейчас открою. Ага, разлагающийся. Ой, разлагающийся, у него физухи практически нет, заебись. Прям сейчас прям сразу ему въебало нахуй суну, блядь. Сейчас мы его на землю уроним, этого пацана, который там внизу бегает. Боевой маг. Ух, бабах. Там афган произошел. Да. Так. Ну, Сильверстон, давай. Тэщ. Ты его хилишь, так, кстати. Мало. Ты в курсе? А, да. Ну ты интеллектуал. Блять, он ядом, короче, ебашит нахуй, нежит. Молодец. Плюс 20. Влад Сриви, спасибо. Нет, ты просто прикол, ты ему кидаешь минус 25, ой, плюс 25 и минус 15. То есть ты, в принципе, блядь, работаешь, блядь, все-таки на его, блядь, спасибо большое. Нет, вот не, подобного рода инвестиция, она очень, да, она очень повышает желание играть в Divinity, ребят. Спасибо большое. Оп, на нахуй. Так, и братан, и, наверное... А, все, у меня ходов нет больше, да? Ну ладно, короче. Ну тогда вот так сделаю вам. О, красиво. Разлагающий говномант, давай. О-о-о, не, Красного Принца сейчас вытащу. Так, у него там еще. Так, Красный Принц, я запрещаю вам сосать. Тебя могут, кстати, очень легко заморозить сейчас. Кого? Ну, если бы у нее сейчас следующим ходом по нему попали, он бы, скорее всего, заморозку залетел бы, блядь. Ну, у меня ничего интересного нет, здесь у меня есть только взрыв стужа, и я им не... Ну, блин, ну, давай попробую как-то вот... Похиль его. Кого? Нет, у меня спеллы все в откате сейчас. Ладно, я просто позицию поменяю, наверное, на какую бы... Просто... Или ты не попадаешь? Я их обоих въебываю, если я стреляю. Причем у этого горение, как бы, зачем мешать ему гореть, как бы? Давай я просто подойду, как бы, чисто. Так, подожди, а ты ж, у тебя же этот ванда, ты ж вандой можешь стрелять просто. Посохом, что ли? А, действительно, да я просто не пользуюсь этим оружием для плебеев, поехали. Ну, как бы, все. Это же стандартная. А ты возьми себе лучше этот... Спасибо, Прометеус, да. Спасибо за харизму. Слышь, Андрюх, возьми себе жезл и щит, у тебя брони будет больше. Магической. И жезл, он, у него нет КД на стрелять. Он чуть меньше бьет, но у него нет КД вот этого. Не понял, Прометеус пишет, играй в нее почаще, держи копеечку, мордоструч, то есть все это, то есть не надо пореже играть в Divinity.
По-моему, сейчас мордоструч, блядь, хуярит везде, кому не лень, блядь. Нет, ну то есть мордоструч означает, что он не хочет, чтобы я стримил Divinity. А, да? Вот. Это же фановая тема, блядь. Сверстон, финализируй бой давай уже, как бы. Да, он его не видит, скорее всего. Ну не видишь, господи, сближайся просто. Притворился мертвым. Да пропусти просто ход и все, ну ты, блядь, невероятный интеллект. Спирит, пробел нажимай, если у тебя действий нет, там честь очков. Да он все нахуй, блядь, я же говорю, пропустите просто ход. Красный принц что-то сказать хочет. Да, блядь. Так, что тут у нас? О, амулетик. Давай. А, блядь, это надо Андрюхе кидать, что он опознал, блядь. А, он и фан узнал. Желтое кольцо. Искусство убийства, о. Нормально, я себе возьму. Правда, он узнал у фана, а не нас всех. Не, он этого. Красный принц предлагает не признавать своих слабостей. И я чувствую, что Красный принц это воплощение Путина в этом мире. Но он же правитель, дворянин. О, хуительная штука, на, Красный принц. Не, это как его, он не и фана, он этого узнал. Он узнал и фана. Он узнал всех по очереди, на самом деле. В том числе и фана. Кто? Ну, Молох пустоты. Так Молох всех знает. Да, он знает всех, да. В чем мем? Он же. Вот узнаешь. О, вот узнаешь попозже, в чем мем. Все пробужденные, как бы, они все... Как только начинают использовать магию стока, они сразу, блядь... Потому что Молох — это определенная хуйня. Так, мы куда направляемся-то? Мы направляемся куда вообще сейчас, в данный момент? Мы сейчас пойдем, ты пойдешь со свиньями разговаривать, чтобы они, как, блядь, не показывай, бегали, блядь. Показывай, где свиньи. Я просто забыл немножечко этот вопрос. Новых рецептов 5. Кто такой новых рецептов 5? Опознай амулет там какой-то, он амулет. А я там какой-то... Сейчас опознаю все. Влад из Ривии, спасибо большое. Короче, я кинул охуительный амулет глубин для этого, для Красного принца, который... Спасибо. Стрима по Divinity будет как только так сразу. Так, амулет, сейчас опознаю. Вдруг он пиздатый. Интеллект, о, видишь, отлично, блядь, смотри, какая хуйня. Это для меня такая история, да. Плюс один интеллект, плюс один призывание. Хотя мне и везучесть нравится. Короче, смотри, смотри. Тебе сейчас надо, короче, поговорить со свинками, сказать, чтобы эти мрази не бегали. Не бегали, чтобы они, сука, нахуй. Ну давай, да, вот давай, давай сюда мне этих некросвиней. Только бафать ее должен буду я, чтобы... Мы сначала потушим ведь это все, да, как бы? Нет, 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 подожди, стой, дай я это. Сука. О, отлично. Так, сейчас появится хуй. И начнет разговаривать со мной, отлично. Так, все, квест пройден, нет? Так. Нет, 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 надо всех свиней освободить. Просто мне сейчас, я сейчас этого хуя убежу, что все, заебись. Пошел он нахуй, нехуй служить этому. И он отвалит к нам, и нам дадут опыта больше, чем если мы его убьем. Хорошо, давай. Так, королю исток, вот. А что не так с этими свиньями-то? Они, на них некропламя, которое нельзя снять. То есть это проклятие. Некропламя тоже, без истока нельзя снять, да. Так, что? Так. Крепливым стоном. Так, убеждение. Сказать, что никакое проклятие не сможет, оставит вас в покое. Вот, все. Вот, все. Отлично. Да, не 3000. А, то есть ее убило проклятие за то, что она нас спустила, да? Да. А, ну круто, так она же наоборот, она же покинула наш мир, это же хорошо. Да, ну так тут, короче, смотри, палец, короче, держи, Красный принц. Она, конечно, хуйня ебаная, но Маргерштерн. Господи, да, а остальные, так, кто будет остальных это, свиней лечить, это а? Надо обознать. У сейчас меня по какой-то странной причине нет благословления. Я, короче, тебе накидал там это, и я тебе кинул, короче, там... Короче, я там тебе кинул книжку заклинаний и две вещи на опознание. Так, топор, плюс один сила. Так, кому топор? Красному принцу отдавать? Так, где свинюги, так, блядь? Так, топор отдаю. Топор, а как его отдать Красному принцу? Я не могу почему-то. Правая кнопка мыши и распознать. А, дальше Красный принц. Все, отдаю Красному принцу, поножи. Так, вот это пошла пизда, блядь. А, ну вот это вот получше, наверное. Секирует. Отдаю, я Красному принцу отдал всю эту историю, короче. Так. Поговори с любой свиньей, скажи, что типа мы их это снимем с них благословление сейчас. Ну, снимем с них все проклятие, это лишь бы только они не пищали, не выебались.
Я не могу. Они просто говорят, просто, пожалуйста, помогите, и все. А, да? Ну, сейчас а тут тогда рядом нет истока, или каждый раз ходить придется? А я... Да не, я просто... А, он тут разлит. А. Все. У меня почему-то нет благословления. Чат, почему у меня нет благословления? Так, подожди. А, вот последняя здесь. Так, где-то здесь должно быть лужи. Да, вон они желтые, да. Вот, нет, лужи а, есть. А, вот она, прям... Вот. Но я не буду наступать, у меня сейчас нет благословления по странной причине. Нет, я сейчас я наступлю. А на последней их тут всего 4. Блять. Она наступила, что ли, там куда-то на это. Только они устраивают ебаный Вьетнам, блять, когда бегают нахуй. Так. Нет, еще одна сверху, осталась. Да. А, сверху, вон она сейчас. Сейчас. Ну, там где-то. Так, подожди. Где-то здесь был еще один исток. Ну я могу бахнуть что-то. Ну или ты бахни тогда. А, вот исток еще. Еще одна вот она. Лужа. Что может быть лучше, чем вечно горящая свинья? Прикольно. Да, я согласен, это прикольная тема. Так, все, короче, я могу бахнуть. У нас лучник бахнуть есть? Волшебный сосновый лук 14-17 нужен? Нет, не нужен, потому что у меня лук этого Ифана. Ладно, арбалет, хорошо. который просто ебучая хуйня, блять. Оверпауэрная. Все, благословляю. Теперь можешь с ней идти разговаривать. Вот теперь с этой можешь разговаривать. Она не хочет. Она не хочет с нами общаться. А, все, я вспомнил. А мы их сейчас встретим, когда это. Пойдем к Слейну. Точно, 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 точно. Так, все, короче, тогда сейчас это. Портуемся, короче, в лагерь. В какой именно? Точнее, сейчас давайте зайдем, пополним исток. Через этот разрушенный замок. Каждый раз нужно вот так бегать к истоку. Нет, он просто будет нужен сейчас исток еще в одном месте. Там тоже можно будет забафать пацанов. А дальше? Дальше он будет пополняться. Там ты можешь его пополнять этим высасыванием истока, так да, что не ссы, все будет нормально. Трупов. Или так из что... живых людей потом. Или из живых, которые можно, которые тебе не нравятся, блядь, просто. Нормально. Да, отлично все. Это все охуительно. Так, исток хапнули. Так, ну кто хапнул исток, в Амадию, короче, портусь. Так, сейчас. Так, а я пойду попизжу с Гарретом, скажу, что мы молодцы. И пусть он хуярит в разрушенный лагерь. Так, а где продаются электрические заклинания? Электрические? У этой, у Гартианы. Oh, yeah. Это же стандартная инвестиция. Спасибо, Геронт. Давайте разбираться. А вот Сильверстоун, это парень со стрелой в колени без обоих полужуков. Да. А Максим, любитель насвистывать. Так, все, я пацанов абсолютно верно, да. Абсолютно верно. Который валяется со стрелой в ноге и без обоих. Так, все, я пацанов отправил в лагерь. Я верно разумею. 4 ЭА. Да, все правильно разумею, спасибо большое, да. Так, ну я уже тут в Амаде, да. А где она? Ну вот она ходит как. Почему? Можешь не поговорить? Да нет, у меня не появляется это. А, они все съебывают в этот лагерь. Пойдем, все, идемте. Короче, идем. Да. Только не с этой стороны надо заходить. Андрюх, ты протонул? Да. Привет. Все, идемте за мной. Здорово, дед Намат. Да. Идем в этот в разрушенный лагерь, куда они пошли, и потом оттуда как раз бафнем свинью, точнее со свиньей бы пиздим, и пойдем как раз к дракону и пиздить радугу. Буду рад посмотреть. Увидишь потом, а потом оттуда от радуги пойдем в этот в лабиринт брака. Ну в ЦРПГ надо, да, надо немножечко адаптироваться и понять, как играть в них, да. Это не самые простые игры с не самым низким порогом вхождения, но потом, когда ты поймешь, как в это играть, это очень фаново. Подтверждаю. Так. Медик появился? Медик, нет. О, белочка бегает. Белочку можно въебать. Так. Нет, Сирлора будет жить. Подожди, а вот тут уже все почистили, да? Уже все саламандры пустоты почистили без меня, да? А, нет, не сюда. Не поднимайтесь, это не туда. Нам через это вот болото как раз. То, где мы пиздились, и просто туда дальше. Вот, в идеале к Молоху было приходить вот отсюда, да, откуда мы сейчас пришли. Да. Так что мы хотим сделать-то сейчас?
Ну, мы сейчас идем в заброшенный лагерь, разговариваем с теми, что, ну, как бы, что нам нужно там, он скажет, типа, это. Точнее, ни с кем не разговариваем, просто идем в заброшенный лагерь. Сейчас нам перед заброшенным лагерем попробуем пацанам, короче, помочь там, которые висят. Ладно, побежали. О, прикольно, благословленная вода прям. Так, почему у меня нет благословления? Так, чат проверяет. Ты со статуей взаимодействовал, которая к твоему богу телепортирует? Возможно, наверное, кстати, нет, да. Стой, слушай, иди вот, вот сюда, вот, где Молох. Вот наверх. Нет, ребята, поднимись. Я вам просто поясню ситуацию. Я проходил эту игру два раза. Сейчас ребята прошли третий, я создал им своего персонажа. И иногда им поигрываю, вот, но чаще они управляют им. Андрюх, да. Иди сюда. Так, иду. Вот поднимись здесь наверх. Вот. Где я сейчас стою? А где ты сейчас стоишь? Короче, ко мне иди сюда. Бля. Ну, вон там, где мы ниже спустись. Окей, где мы? Где Молох? Окей, окей, так иду. И вот здесь по этим полянам, где Молох, поднимайся. Сейчас сделаем сюда. Просто самый ближайший. А под чьим я был управлением все это время? Под моим. Но просто прикол в том, что ты же являешься ключевым игроком, а не этим, ну, не таскающимся. Поэтому мне надо было, видимо, сначала поговорить с собой, а потом поговорить с тобой. А я только с собой. Вот, короче, с этой статуей попизди. Ну, их типа несколько еще. Да, их несколько по всему миру. О, нихуя себе, там еще и бафнулся, блядь. Your gaze wanders over the solemn stone face that overlooks the shore. For the briefest of moments, it seems as if its eyes come alive and lock with yours. The eyes, stone. О, заебись. Чертоги-кока. Вот, теперь у тебя будет благословление. Там мими бога у людей на букву К, да, там вот это вот. Коксакер. Нет, у людей ралик. А, ралик? Нет, ралик. Ралик. Ну, коксакер, короче. Да, ну он, кстати, из всех самый, по-моему, долбоёб. Но... Да, они все там, если так, долбоёбы, да, по-хорошему. На деле там более-менее адекватная эта Амадия, но потому что, по сути своей, она является вообще прародителем всей этой хуйни, а все остальные это просто, блядь, присосавшиеся долбоёбы, блядь, которые просто возомнили себя, блядь, богами, нахуй, вот и всё. Это просто, по сути, боги — это первые пробужденные, блядь, которые отсосали, блядь, в один прекрасный момент у брака, блядь. Потому что, блядь, да, потому что он получил гораздо больше понимания об истоке, нахуй. Это прикольно, да. Брак — это вообще имба ебаная. В этом мире. Потому что научился жить в двух мирах. Да, да, да. He staggers back, holding his nose. The wound on your... He smiles. You may do well after all. Признать его высшим существом. Я не помню, мы тут их потом отхуярим или нет? Потому что эти боги не такие... Я их нахуй посылал. Так мы потом собирать... Я вспомнил, там потом собирательный образ богов мы отхуярим в конце третьей главы, да. Да, поэтому будет сосать. Я просто сказал, я им сказал, что они пошли нахуй, и все. Я буду делать то, что я хочу, а не то, что ты мне говоришь, блядь. Не, ну я всегда знал, что отличаюсь от других. Я не такой, как все. A great surge of power arrests your heart, your mind. When it passes, you feel ecstatic, replete. You may have noticed I've tried to help you on your... То есть Ралик двум людям сказал, что они его из Да, за нет, так за этим стоит определенный нарратив, потом ты его поймешь. Не, я просто понимаю, когда разные боги разным типом говорят, что они самые пиздатые. Когда там один бог говорит двум, что они... Смотри, самые мем в том, что мем в том, что там, если ты берешь... В библиотеке надо будет еще доказывать, блядь, кто из нас более самый пиздатый, блядь. Мем в том, что если ты берешь персонажа из предзаготовок, по-моему, у всех них разные расы, если я не ошибаюсь. Да, у них у всех разные расы, и, соответственно, у всех разные боги. Поэтому как да, бы. Да, но раз у нас два человека в пати, то Ралик, да.
Ну, на целом, там, конечно, можно наебать немножко систему в плане... Ну, ты же знаешь, что в библиотеке, помнишь, да, Андрюк, да, что да, будет? Да, да, да. Там же можно наебать систему, можно их всех ебнуть до начала битвы, блядь. Mm. И просто зайти уже в битву, уже просто, блядь, одному, блядь, и сказать, а, я, блядь, я... Либо можно использовать... Сейчас, Елисей, спасибо. Привет, Дрю. Как думаешь, может ли разработка видеоигр стать настолько же отлаженным процессом, как и кинопроизводство? Да, может. Елисей, я считаю, что может. Я думаю, что на это потребуется еще лет, я бы поставил это к 20, но в принципе, да. Учитывая Unreal Engine 5, вот даже Unreal Engine 5 уже упрощает производство игр в разы. Ну не в разы, но... Очень-очень крепко, судя по тому, что мы увидели. Фотографическую графику спрашиваю. Нет, про процесс производства. Ну, короче, видос увидите, разберемся. Вот. Я потом завтра посмотрю. Не, ну, когда он выйдет, мы пока еще монтируем. Да все. Вот, ну, все, теперь у меня есть благословение, да. Все, ну прыгнем тогда туда и пошли в лагерь тогда. Сейчас. Благословение не надо учить. Оно не занимает ячейки памяти. Нет. А, нет, оно занимает ячейки памяти. Занимает. Да пошло оно нахуй. Поглощение не занимает ячейку памяти. А, ну ладно, хорошо. Спиритизм не занимает ячейку памяти. Хорошее заклинание восстанавливает. Вот это вот хуйня, благословление, конечно. Убивает моего персонажа, отлично. Ты нежить, сука. Кстати, да, по-моему, благословление его не убивает. Убивает, видишь, я с полхп хожу, я по благословению погулял. А, нет, ты погулял не по благословению, да, да. Святая вода накладывает хил, а вот хил уже дамажит твоего персонажа. Да, окей. И главное, столько флекса от тебя, да, только некротические поверхности будут тебя восстанавливать, в отличие от нас. А еще больше того, есть поверхность, которая будет нас убивать нахуй ваншотом, а ты, блядь, можешь по ней гулять, как по проспекту, блядь. Норм. Что происходит? Я пытаюсь этих пацанов... А, видишь? Ну я попробовал, что типа снять с них этот. Попробовать, не, нихуя. Так, короче, все, здесь ни с кем не говорить, не надо пока, не пускайте их в атаку. Тут же какой-то лазутчик должен быть, да, или типа того? Не? Нет, тут просто надо... Подожди, тут был какой-то квест, где надо к магистру Эймсу забраться к этому наверх, и типа был какой-то квест с этим связанный, что он стоит и подглядывает за всеми, не? Не, чуть не пойдите, откройте сундук, он лучше, отомкните. Короче, я не знаю, как вы, я пошел к лазутчику. А где лазутчик? Блять, ну тут на вершине лазутчик, и с ним какой-то квест связанный. Я, честно говоря, не помню, что за квест, но... Где лазутчик? Ну вот он наверху, блять. Ну наверху. Тут еще ловушки какие-то. Да маркер ебни нахуй. Сейчас я к нему поднимусь. Вот. Слух, нихуя себе, а я не знал этот квест. Можно, пожалуйста, у меня камера даст с ним поговорить? Ты, кстати, зря. У меня убеждение было, я мог бы с ним начать говорить. Бля, нихуя себе. Я сколько играл, ни разу его не видел. Ёб твою мать, вот это я хуй. Серьезно? Серьезно? Вот так вот. Я 4 раза прошел фул игру, блять, я первый раз его. Я его увидел первый раз, блять. Я не просто что не знал, что с ним, я его увидел сейчас первый раз. Водички разберу, так, прикольно. Так, где там какой сундук, блядь, нужно открыть? А вот вижу сундук. Бля, надо Андрюхе сказать, чтобы он сказал ему, пусть он идет своей дорогой, а с ним поговорю я, потому что если нужно будет убеждение, то это будет нужно, блять, мне разговаривать с ним. У него, по-моему, тоже убеждение есть. Так, я, блядь, открыл сундук, и ты с него так, можешь пиздить. Спросить, что он тут, конечно, делает? Ну да, спрошу, что он тут... Не, да, Андрюх, подожди. Скажи, пусть идет своей дорогой, я к нему поднимусь и поговорю с ним сам, потому что у меня убеждение. У меня тоже есть убеждение интеллектом. Сколько? У тебя нет убеждения, у тебя очков убеждения 0, блядь. Ладно, а у меня 3, блядь. Да ладно, ничего страшного. Что, да. Блять. Так. Ну, блять, тут же квест прикольный, видимо, с ним был. Какой-то. Квест, да, с ним прикольный. Первая часть квеста, он падает на ловушку. Вторая часть квеста, он очень любит Александра, а я очень люблю фейербол из хайграунда. О, тогда ладно. Говорил. Раз пацан такой несговорчивый, тогда пусть идет нахуй к своему Александру, блять.
Да, надо будет убеждение потом тоже прокачать немножечко. Так, что у него? Так, письмо. Давай читаем. Читаем письмо. Так, что за письмо? Красиво, легко, кстати, мне нравится. Так, ты никогда не прочитаешь эти строки, не знаю, где я пишу, но хуйня, короче, какая-то. Типа что, блядь, я герой, все такое. А, нет, я хочу почитать. Тут еще, смотри, ну, смотри, на. Тут лагерь у него был маленький, прикольно. На тебе. Я тебе кинул там этот, распознай штани, сейчас кину тебе штанишки, давай, распознай, давай, пожалуйста. Давай, давай. Угу. На ловкость, по-моему, как раз. А, не... Это давай, тебе давать, так? Конечно. Держи. Ну это ж на ловкость штаны, блядь, охуительные вообще. Ты чё, блядь, огонь нахуй. У меня, блядь, до сих пор, блядь, штаны тряпочные, блядь, хожу, блядь. На бедренной повязке, блядь. Вот так вот. Так, все, ладно, пойдемте со Слей. А, попиздим со свиньей, блядь. А мы ее, с драконом, блядь, уже взаимодействовали? Вы с драконом воевали? Нет, 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 нет. Мы сейчас идем, только к нему идем. А, ну тут куча квестов, как, по-моему, нет? Нет, тут в лагере нет никаких квестов. Ну, все, это уже. Это они уже изготовились к атаке, то есть они ждут, пока я уберу вопящих. А, ну окей. Я сказал, что типа у меня есть жезл, типа идемте атаковать Александра. Окей, и они ждут. Пошли к Слейну тогда договариваться. Нет, ты сейчас со свиньей попизди. С какой свиньей, господи, где ты ее нашел? Вот она здесь стоит, блядь. Скажи, что... Ну, я тебе скажу, что я сказал. Где свинья? Короче. Не вижу. Вот где? Вниз к Слейну, когда идешь, встречаем. А, все. Ты скажешь, типа, о, привет, мы все, там, типа, понял, все, давно пошли. Не видели. А то я просто такое, метку, блядь, твою Сильверстоуну перепутал. Все, идем. Бля, нихуя себе, блядь. Сколько лет играю в эту игру, блять, первый раз увидел этого пацана, блять. Прикольно. Да. Не, ну это значит доказывает то, что эта игра охуительная еще больше, блять, чем я даже думал, блять. Я люблю твой стиль, вот, блять, речи, блять. Охуенный, блять, ёбаный, блять, стиль ёбаной речи, ёпты, бля, мазфак. А теперь чат, который успел к этому привыкнуть, уже такой тоже будет это слышать, блять, ёпты, бля, мазфак, бля. Мы испортим чату немножечко экспириенс, и отныне от меня матных слов будет в раз 10 меньше, если не будет вовсе. Так, здорово, свинья. Ибо мне об этом сказали. Так, вот, сказать, что у нее все в порядке. Менял мою боль. Вот теперь можешь сказать, что типа... А, ну это она про меня говорит. Так, как так вышло? Оппозиционер брака... Да-да-да, это, короче, это Навальня там. Это отряды Навального. Это вот свинья, короче, одна из этих, Да, в этом мире абсолютно все против короля брака, а если ты играл в первую Divinity, ты бы знал, почему король брак хуесос. Да, потому что он там, как раз он там получает свою власть. Вот, да, он там про его становление как раз. О, прикольно, надо будет пройти. Как раз про его становление, там, про короля брака, как он получает вообще изначально свою власть, свою силу. Скиньте мне денег, пожалуйста. А, не, мне хватает, думаю. Так, спросить, можно ли вернуть? Так, можно ли вернуть? Да, она упомянула Амадию. Так, дальше. Она сейчас пойдет к Амадии, потом мы к ней портанемся и скажет, надо будет сказать, чтобы она прыгнула в бассейн. Ну не сейчас, это уже потом. Ладно, хорошо, да. Так, пойдем, надо сломать сразу эти. Ломай. Так, только с дракона не попади. Так. Я упаду на льду же. У меня персонаж не самый ловкий. Да, мы сейчас, смотри, сейчас что сделаем. Сейчас сделаем объединить с... Берем гвоздики, объединить. Опа! Все, я теперь не упаду. Так, подожди. А, у тебя гвозди есть? Нет, но я могу вот так вот сделать, да? Я с ним поговорю. Он говорит на человеческом языке. А, он ко мне повернулся. А, ну все, я слушаю вас тогда.
делаете? Подожди, нашего аутиста, который... А что ты там делаешь? Блять, мы драконов... Чего ты делал? Торговал? А, ну иди нахуй, мы тут с драконом разговариваем, торговал. Там это, знаешь... А чё ты там торгуешь? Там не надо ни с кем торговать, блядь. Тут а ты знаешь, что... Блядь, ты знаешь, что Властелин колец должен был пятый быть хоббит? Только пока эти несли кольцо к Ирдрину, они потом пришли... Хуёр, да что ты делал? Я торговал в шире, там траву жёг, я был за... А что, вы меня звали, я не пошел. Ну, извините, все тогда. Я пошел покурить, торговать, блядь, да? Проснулся вообще, блядь, думал, вы скоро придете, блядь. Сидел, вас ждал, блядь. А тут какая-то хуйня началась, блядь, и я сбежал. Он выдержал 3 минуты. Нет, я отыграл роль. Не надо. Ёбаный рот, он, блядь, нихуя абсолютно ёбаный рот не матерится, блядь. Ни одного, блядь, ёб твою мать, матного слова. Понимаете, вот прикол в чем, что когда это я говорю я, это органично звучит. Когда говорите вы, это звучит как... Когда ты говоришь это, ты так говоришь, как будто колхозный белорус вышел на тропу войны. Понимаешь, это у нас звучит плохо, потому что мы так обычно не говорим. Да. Вот. Ты вот. Полностью обесцениваешь всю мощь мата, не надо этого делать. Я ее не обесцениваю, я просто достиг высшей степени развития в использовании обсценной лексики, и поэтому я способен полностью заменить ее. Ты способен полностью заменить всю свою речь на обсценную лексику, да? На обсценную лексику, это понятно. И буду выражаться довольно-таки понятно. Ну, освобождая этого дракона, я бы сказал, что мы распидорасили хуёвины, которые заёбывали эту ёбаную тварь. И теперь мы базарим с этим ёбаным хуятором. Я не могу, не... Всё, ладно. Всё, я не жнец. Так, кто его сковал, лишил стока? Ты читаешь? Да. Я имею в виду, что... Сильверстоун. Нам надо эту самую ведьму эту самую покарать, да. Так, вот. Есть ли способ обрестить свободу ему? Так. Вот, он говорит как раз, что Радыка, она хитрая и все такое. Вот, типа, старайтесь отнять у Радыки жезл сбавления. Так что, чат, вы уж извините, что у нас сегодня так, но просто Максим, он не умеет иначе. Так, всё, я выиграл. Вот вы бы в Беларуси. Я умею. Вот вы бы имели двойное гражданство России и Беларуси. С чатом не говорит там всякую ерунду. Ладно, хорошо. Я упал и умер. Ну, видишь, смотри, а я не падаю, понял, смотри. А потому что, почему? Потому что я использую технологический прогресс, я использую гвоздики. Хорошо. Так. Ладно, идем. Мне просто интересно, я могу этот лед просто уничтожить? Мне он не нравится. Можешь просто его огнем жахнуть. Да, я так подумал, да. Ну так, ладно, пойдемте к Радыке. Стоп, а вы лабиринт сверху проходили? Подожди, это потом. Так это же один из самых потешных квестов. Да. Ну поэтому это на вкусное. Это же как раз где этот горит. Пойдем к Радыке. Да, да, да. Так, аккуратненько. Так, блин, а у кого телекинез есть? Портани бочку, короче. Слушай, портани, стой, у меня есть разъебы кинез. Прикольная тема. Давайте отойдем. Нет, стой. Ты куда? Блять, куда ты? Блять. Ой, дел, блять, бьем. Я беру свои слова обратно. Ты абсолютно. Это уже бесполезно. Пойдемте. Это он уже запустил тут всю эту херню. Так. Ой ты Васян просто. Я никогда с Ильей не пойду на войну. Он такой: где враг? Ты ему покажешь? Он такой: бегу, атаковать. И ты выключишь. Стой, там минное поле. Он такой: мне насрать. Я думаю, он бы понял, что это минное поле уже, когда пятая мина оторвала бы ему последние остатки кожи, наебали. Знаешь, он бы такой: бля, по-моему, я зря побежал, да? Так, короче. У кого-нибудь есть, если есть телекинез, или есть у кого-то портал, по-моему, у кого-то был телекинез так, из вас. Так, давайте просто... Так, ребят, да тай... Бля! Не надо, не стреляй.
не стреляй, надо вот любую бочку вот из этих с нефтью, а точнее лучше даже вот тот ящик поставить на центральную. На дыхалку, вот да, но это телепортация можно сделать. Так она же вот пропадает, и в этот момент поставить. Нет. Бля. Короче, поехали. Бам-бам-барам-бам-бам-бам. Понятно, короче. Стой, не... Ладно, сейчас она... она сейчас перданет, и да, но это уже как бы уже, да, уже все. Мадзи Сазарет! Во-во-во-во-во. Чего так боитесь-то, господи? Все... Все нормально, короче, я пошел, блядь, давайте. Я прорвался, вы как хотите. Ну, я, в принципе, могу... Сейчас, подожди. Блять, я сейчас заново пошел. Потому что там в центре есть хуйня, которая... Постоянно выплевывает жижу да. зеленую, она постоянно взрывается. Вот все. Ладно, короче. Так, короче. Ладно, короче, я, будучи сверхразумом... Только не идите сильно вперед, потому что иначе Радыка начнет разговор. Да. Пошли, разумисто, можно по краю это обойти. К Радыке не подходите. Да, к Радыке не подходите. Ловушка, хуюшка вообще. Нет, к Радыке можно подойти, но надо аккуратно подходить. Все вместе собираемся. Я к ней сам. Я скажу, как к ней подходить. И кому. Так, и куда. Я себя регеню. Нет, приколы, конечно, у нее. Так. Идите. Вот видите, где я стою? Да. Так. Я туда фейном. Подойди. Вот идите. Вот фейн пусть станет куда-нибудь вот сюда. Да. Да, вот где я сейчас поставил метку, пусть туда станет фейн. Вот. Теперь Андрюха становится вот сюда. Ну, я понимаю, да, тут будет битва с хайграундами. Может, мне тогда хайграунд вот, над ней занять? Нет, все, стой. А теперь, стоп. А теперь бери портал. И портал. И портуй красного... Блядь. Красного принца вот сюда. Вот четко как, вот как сюда. Как ты ставишь эти метки? Факел, видишь, перед на мини-карте. Нажимаешь и так показываешь. Так, может, пока ты будешь с ней разговаривать, и он просто спокойно туда зайдет? Mm-hmm. А зачем, если мы можем сразу все идеально стоять на всех идеальных точках, просто идеально стоять, как вот просто начало битвы будет как сука, как по сценарию самому лучшему. Так, ну, окей, Красный Принц, где он у нас? А ты не хочешь с ней поговорить сначала? Блять. Ну он сейчас и начнет, потому что... Да, товарищ, делайте, пожалуйста, отлично, вот и все, а я скажу, что ему говорить. Говори дальше. Нет. Не брать за руку. Подожди. Второй вариант. Стоп. Ничего не делай. Третий вариант. Ты читай, я тебе буду говорить варианты ответов. But you're too late. These roses belong to me. Looks like we'll have to find some other way to keep you busy. Четвертый. А что, если к ней там это... Не надо. Она тебя потом поцелует, и ты на тебя повесится болезнь, которая там тебе снизит урон на 35 и здоровье на 30. Класс. Да, и начнет с тобой бой. А ты что, хочешь с ней договориться? Нет, мне нельзя договориться. Я просто имею в виду, почему именно такие. Отшатнуться, кажется, это плохая мысль. Так если с ней нельзя поговорить, хули мы ждем? Let's do this. Я не получил урона, потому что... Да, да. Теперь жди, пока откатится. Сейчас, у меня еще 2 секунды. Я впервые... Да, ничего не делай. Так, почему она меня поцеловала? Ну, значит, я тебя... Мне придется тебя... Ты, так потому что ты нажал, блядь, на первый вариант. Я это вижу прямо сейчас. Ты взял ее за бедра и поцеловал в засос. Ты нажал не третий вариант отшатнуться, а да, ты нажал первый вариант. Ты ее поцеловал в засос. Так, нет, пишу, Ирик Раус, здравствуйте. Со всей силы оттолкнуть ее от себя. Со всей силы оттолкнуть ее от себя. Ну, ты в любом случае уже получил ученый. Третий вариант.
Ты уже получил болезнь, так что мне придется тебя хилить. А при болезни, по-моему, хил дамажит, не? Нет, болезнь снимается отдыхом, который у меня как раз есть. А, у него есть каменная броня, он может каменную броню на себя сейчас кинуть и все. Первым же ходом кидай на себя каменную броню, когда будешь. Она с тебя снимется. Там написано даже. Вот, понял, Андрюх, почему я ее туда кинул? Почему я его туда кинул? Потому что она всегда туда бежит. А в чем? Ну окей, ладно. Вперед, воюем. Вот. Прикол в том, что ты сейчас просто смотри. Просто трупы, когда умирают, убиваем первым делом сначала вот эти ходячие трупы. Почему? Потому что они дебаф кидают, когда умирают рядом с кем-то. Они не должны не дойти окей. Ни до кого. Так, поехали, короче. Ебать тут трупы. Трямся. Ну, они как бы, не, они слабенькие, но просто они паскудные немножечко. Так, я тогда одного нажал, пожалуй, вот этого уроню дальнего. Вот так вот сделаем. Так, ладно, так. Может мне жука от нас убрать? Да не, не надо, в смысле, пока не трать ходы, убивай лучше трупов. Ну давай, давай. Тот, который так, лежит. Это подожди, я могу все сделать по красоте, смотри. А, ты на трупы кинул, да? Да. Вот так вот. А, вообще шикарно, да. Вот, все, болезнь все себя снял. Все, ведьма твоя, разбирайся. А мы с трупами разберемся, чтобы они до тебя не дошли. Ну, у ведьмы меньше физ брони, да. Что я буду делать? Кидать в нее спеллы. Сильверстоун, конечно, да. Зачем? Кидай всех остальных вон. Ладно. Он разберется с ведьмой. Ща жесткую подсказку дам. Говорят, что если у противника физзащита меньше, чем маг-защита, удобнее ему физзащиту снести, а потом ХП. Ну, это такой спойлер. А, ну да, ну как бы, интересно, как маг будет. Маг никак, но у Сильверстоуна, сука, красный принц под управлением. И он красным принцем решил кинуть спеллом ведьму. Ведьма впечатлена. Чекать, что за магия истока. Понятно. А, ну молодец. Зачекал. Ты мог спросить просто, в принципе, это работает так. Чат, вы там живы? Не, ну ладно, человек играет первый раз, ему простительно, на самом деле, я считаю. Да, человек играет первый раз, ему простительно. Если бы это делал человек, который играет не первый раз, это, конечно, был бы великий разумист. Так. Блин, жалко, у меня пробивающего, этого нет. Выстрела просто сейчас был бы идеальный в этих жуков. Ну, красного принца я забафую на маг-броню, чтобы все было красиво. Да, и они маг-броню бьют, поэтому. Как же ты харкаешься? Да они слабенькие, они ну-ка, просто ну-ка, давай. Маг-броню. Ой, у меня свет что-то дома мерцает. Шок. Так, еще раз шок. Все, свет мерцает. Бах, Андрюха дисконнект. Ну, может быть такое, да, потому что меркнуло сейчас у всех. Так, ладно. Ну не, пока ты с нами, поэтому. Так, у этого сколько? 100 хп, а у этого 98. Ну тогда выбор очевиден. Сука! А, ну в принципе, если он крит был. Так, минус пацан. Так, а здесь где-то кто-то к нам бежал еще. А, ну у него... Андрюх, на тебе тогда труп, который без маг брони, я вот отрубить не буду. Я червячка добью, который это снизу. Ближайший, это у нас со 101 хп. Блин, опять. Ну а что вы хотите? Там это крит удар, как бы. Как нормально, я двоих, считай, почти убил. Так. Так. Поехали. Так, где у меня это самое. Угу. Поехали. Нахер. Дабл килл. У тебя портал откатился? А, нет. Ну, телепорт долго откатывается, да. Так, значит, смотри, мы делаем. Запрещаем красному принцу сосать. Не, просто ты же телепорт применял вне боя. Нет, по нет, я его в бою применял. Ну, тут... Первым же ходом, да. Этого. Да, ты жука кинул. Тогда да, все, запретил сосать принцу. Да, я думал просто этого мелкого как раз кинуть к второму жуку и... Прикольно, что они тебя вкусят. Хотя здесь рядом Фейн есть, которому было бы гораздо проще убивать.
дождь. Прикольный такой. А тут, короче, у этого, у красного принца талант кровосос, блин. Она кастанула бы кровавый дождь, вот бы я поржал бы. Так. Так, ладно. Короче, добиваем, наверное, вот этого парня. Под названием принцесса. А, нет, принцессу не добиваем, у нее еще много. Может, убираешь того трупа, который рядом с нами? А он, у него в принципе, он может... Давай. Нет. А все, он не взорвется? Не вопрос. Нет. Это другие, которые внизу с Радыкой были, взрываются. Понял, два вот те. Поэтому говорю, что нельзя было начинать бой там, потому что он остался бы рядом с ними с двумя, а Радыка бы убежала, поэтому... А, ну окей, понял. Именно поэтому. Так, ну, там... Кидайте в Радугу тогда все свои спеллы, я этого добью следующим ходом. Сейчас посмотрю, что у меня тут есть. Ну, у него 54 просто этой магической осталось. Ладно, еще. Да, мне придется вот это сдавать. Ладно, Радуга. Experience the power of the dark side. Ну, слабенько очень. У нее маг брони, да ебень. У нее, кроме маг брони, у нее дохуя сопротивление магии. Да, у нее дохуя, да. У нее все. А, воздух 70 у нее. То есть воздуха вообще было не стоит. Ну, я просто не прочекал, поэтому я аутист. Так. Огонь, вода, яд. Ладно, тогда вот так сделаем сейчас. Ну, у нее надо бить либо ядом, либо все. Ну, у меня маг-атаки кроме... в основном, поэтому сорян. Не, в том плане, что воздухом вообще. Ну, я не прочекал ее резисты, поэтому случился такой вот небольшой провал. Да я, честно говоря, тоже, когда увидел маленький урон, я просто решил прочекать ее. Окей. Да, не особо умнее. Ну пускай ей занимается, да, у нее физорезисты должны быть слабыми, поэтому. Ну, тогда я сейчас тогда в нее волью урон, а ты. Да, красный принц должен решить вопрос этим. Если у тебя остаются ходы, которые ты не хочешь использовать, ты просто возьми и пропусти ход. У тебя в следующий раз будет больше очков. Ну, откачат, почитаю. Потому что нет смысла на нее магию кинь оставать. Кинь мут, пожалуйста, что, ну, пухуисту, он заебал. Так, кому что кинуть, не понял. Да, там пухуист что-то постоянно спамит. Пухуист, давай мы с тобой отдохнем, знаешь, элитное время. Пухуист, не обижайся, отдыхаем элитно. 8 часов, да? 1337 минут отдыхаем, просто оп. Так, прям чисто элитный отдых. Насколько я помню, это примерно как раз и есть 8 часов, да? Нет. Успеваешь отдохнуть, так, поверь. Ладно, давай я ей, короче, с хайграунда залимоню в тыквочку немножечко. Надеюсь, крит еще пройдет. Нет, крит не прошел, но тоже нормально. Да шо ж ты в меня харкаешь такой? Тьфу, блядь. Что это за Алишер Усманов здесь? Так. Такое. Кстати, нифига себе, она тебя почти грохнула. Блядь. Чего, блядь? Я себя плохо чувствую. Кто тебе такое сказал? Андрей Людоёб. Регенерация. Нано-машин, сан. Та-та-ра-та-та. Та-та-ра-та-та-та. Ну, имбанём или не имбанём? Да как хочешь, их двое тут. Ладно, осталось. Ладно, да, вот так просто. Нормально. Ну и давайте, я не знаю. Да... А у тебя маг-доспех на КД? Ну, у меня есть поднять щиты. Ну, требуется поднять щиты, щит. Бахни. А, у меня щит есть, ну окей. У тебя есть щит. Ты же стоишь щитом, все. Да? Вот поэтому щит у мага просто имба. Бахна. Все, отдыхает подруга. В падрочек заливай. Ты его должен убить за свой ход. Тогда ему нужно физурон вливать, если чтобы убить его за свой ход. Надо... Зачем? А... У него 54 плюс 22, он 70 уронов, в принципе, должен. Ну, может убить. Быть, да. Либо так. Давай там решай, как ты будешь это делать. Кинь в него сначала камнем, допустим, а потом кинь в него это им огненный, и все. И он должен отъехать. Нормально. Все, пропускай ход и поехали, я добью ее уже. У меня еще один уходит в базу, и почему-то. Мне тоже что-то там упало. О, она встала с колен, как Россия прям встала, чтобы пососать. Да, а да, у меня тоже садист есть, поэтому, видимо. Так.
Опа. Че у нее там такое? Так. Ну, шип радыки у нее есть. Это, кстати, на, держи. Это тебе гидрософистика как раз. Yeah. Вообще офигительный шип. Дневник о, ароматов Мидата. Нихуя себе. На, вот это распознай тоже. На, вот это распознай. Тут, блин, весь шмот на тебя, короче. Ну, просто потому что она ведьму что-то ожидал. Ну, возможно, пояс не на нее, конечно, когда пояс распознаешь, возможно, он на кого-то, да, будет другого. Да, жезл я себе возьму, потому что он очень клевый. Так, жезл топовый. Он топовый для сейчас, по крайней мере, на начале. Щит, посмотри, что за щит. И пояс башкой. Башка точно твоя, щит не знаю, пояс не знаю. Щит — это баррикада. Это Красному принцу, я так понимаю, да? Красному принцу, угу. Да. Офигеть. Золотая веревочка, телосложение, скрытность, лидерство. Это этому Красному принцу. Телосложение, лидерство, это ему. Так, шлем. Так, ну, шляпа твоя. Ебать. Кто тебе сказал такое? А, маг броня плюс один. Нет, это шляпа для лучника. Потому что тут восприятие, мастерство охоты, маг броня и взрыв стужи, который у меня есть, потому что я маг. Прикольно. Он. Знаете, требуется интеллект 11. Ну, кидай, ладно, я могу его одеть, в принципе. 11 для меня это не впечатляющий интеллект. Я в том плане, что он это тканевый доспех, который, ну, с требованием на интеллект. Да. То есть, который, по идее, должен быть для... А если я в две руки беру два посоха, их бафы суммируются? Скажем так, два нет. Жизни. Второй наносит, по-моему, меньше урона, и это реально непрофитно, я проверял. То есть, условно говоря, ты кидаешь как бы две плюхи, а не две летят. Подожди, у меня интеллект... Нет, я имею в виду, я не... Давай так, я играю за мага и никогда почти не пользуюсь жезлом. Вообще. Но меня интересует... Зачем? Два жезла... Объясняю, смотри. Посох, он дает, с одной стороны, как бы чуть больше статов. Но суммарно два жезла дадут тебе статов больше, чем... Так я о том и речь, что я сейчас использую в дуал-вилдинге два посоха. Так что... Ну, а щит, жезла. Ну да, дает мне какую-то броню, но это жезла. Деревянный тарчинг, но говно, щит. Да. Два... Вот, нет, просто говорю, что, допустим, на поздних этапах, когда у тебя уже, в принципе, нормально вкачано урона, и тебе нет смысла, ну, у тебя уже как бы нет... Забери еще лук себе. Ладно, либо лук я себе потом продам, потому что мне он нахер не надо. Нет, мне ничего не надо. У меня все, что есть, оно у меня гораздо более топовое, чем... Бля, я на себе перстень чем... брака зачем-то одел. Можете это самое, благословить меня? Благо, да, ну... тебя. Ты сам себя можешь благодарить. Так лень в личейке лазить, а? Ну, типа... Ну, у меня просто нет ну, столько. Так, да, ну, да, где ты там? Я тут стою. Ну, как бы. Его надо продать просто или выкинуть нахуй. Его просто надо выкинуть, вот и все. А, все, спасибо большое. Мне его потом просто продам. Выкидываю. Просто, наверное. Оно не продается. Хорошее кольцо, полезное. Оно даже не весь. Его нет в списке. А с ним ничего нельзя, что ли, сделать, да? Нет. Ты просто. Кому-нибудь юбка, штаны нужны на 15 физического, 4 магического? Нет. Опа. Ладно, мы разобрались с старой проституткой. Мы теперь можем обратно к дракону идти, так. Да? Да, портуйтесь просто через Форт Радости подземелья. Зачем? Ой, не Форт Радость, блин, точнее это. Здесь выйти можем просто. Гулки и топи, драконов пляж. А зачем идти, если ты можешь просто ко входу хочу в черпу пососать. Давайте. И потом святилище Амадии, после того, угу. Как здесь поговорим. Свинью это расколдуем. Да. Так. Че вот это вот за крепость такая? Сейчас там лабиринт потешный, да. И потом да. Туда. И потом туда. Там самый прикольный квест. Да. Там потешно, да. И там последний кусок как раз того этого этих доспехов тирана, которые ты как раз оденешь, когда мы пойдем пиздить. Так, освобожденный дракон. Так. Только жезл радыки у меня, и надо, чтобы я с ним разговаривал. Please. Так мы, подожди. Help me, but of course, that must be why you stand before me. Ну типа просто. A coincidence. Просто не хочешь продолжать разговор, все. По-моему, кто-то замерз. Андрей замерз. Вот, предложить Слейну жезл Радн.
Радыки, все. Все, освободился, да. Опа, да, красота. Сейчас он появится красивым парнем. По-моему, в прошлый раз он был... Подожди, в смысле? В смысле, до этого он был мощнее. Подожди. Но он как бы, он может быть таким и таким. Подожди, чего? А, когда мы играли с Оверлордом, он, по-моему, просто взлетал и улетал нахуй, не превращался в рыцаря. Нет, он всегда превращается в рыцаря, разговаривает, потом превращается снова в дракона, окей, и улетает. А, окей, все, забыл просто, окей, все понял, давай тогда. А потом, когда мы пойдем к этим, он прилетит и разъебется там. Да. Так. Вот, восхититься. Вы будете счастливы, что они все призваны. Так. Вот, поблагодарить его и пожелать ему всего наилучшего. Все. О, восприятие и убеждение. Офигительно, мне как раз. Так, сила гидрософистика, инициатива, ловкость. Да, короче, пулетик беру. Так, давай сейчас. О, кольцо. Кольцо классное на этого, на красного принца. Держи. Красный принц уже просто там в фиолетовых доспехах ходит. Ну, кому что, кольцо, кому что. Тебе. Ну, кольцо тебе как бы оно... Так, и, кстати, а вот это Андрей Людоёв. А что там? Да. Я тебе кольцо дал тоже. На кольцо интеллект. Интеллекта, слава богу. Я больше не пол... Не... Отлично вообще, отлично. А, все, без этого теперь шлем не могу одеть, ну ладно. Так, отправляемся в святилище. Святилище Амадии, и там прям рядом с этим святилищем там ползает эта свинья, тебе надо ее сказать, чтобы она это прыгнула. Всё, у меня почему-то нет телепорта на святилище Амадии, какая-то хуйня. Есть, должен сейчас, быть на всех. Сейчас сделаем все святилище Амадии. Так, Хрюха, Хрюша. Вот она тут стоит. О, все, сейчас мы... Итак, Хрюша. Бля, знаменитый красный принц, разговаривающий со свиньей. Сильверстоун. Убери дебила, который не знает языка высших существ. Бля, я не могу. Да ты же разговариваешь, ну. Нет. Да не, он не разговаривает. Все, наконец-то, аллилуйя. Предложите ей нырнуть в путь, все, и прям. И все. Ну, я на всякий случай. Ура! В чем прикол? Увидишь сейчас, пойдем. Прикол в том, итак, украинец будет... прыгает в воды Байкала. Смотрим. Это украинка. Типа, девушка заколдованная. Ты вообще, я так смотрю, похуистично к сюжету относишься, да? Да, это... Ты... Нет, ты правда думал, что свиньи, и вот именно свиньи сопротивлялись правлению брака? Нет, это женщина, которая превращена в свинью и проклята. Бывает. Так, поторговать. Так, что у нее есть? О, нифига себе. Я не могу с ней поторговать пока. Ну, пока я просто с ней смотрю. А ну, тут немного чего вкусного, но... Как два кольца, короче, на мага. Ты брал первозданную магию, качаешь восприятие плюс интеллект, и можно... Ой, спасибо большое за советы, просто... Первозданная магия — шикарная вещь, но на высших уровнях. Вначале она нахуй не нужна абсолютно. Так. Так. Ну, на меня здесь ничего нет, кроме стрел. Ну, стрелы... Я стрелы куплю. Так, ага. Оглушающий. Так, это продадим, это продадим, это продадим. Лола, у меня свиньи сгорели, потому что не знал, что с ними делать. Практикум, так они не могут сгореть, в том-то и проклятие некропламени. Они будут гореть вечно. И поэтому надо свиней благословлять, и потом предложить свинье одной сходить к святилищу Амадии. Если у тебя есть кто-то, кто умеет разговаривать с животными. В нашей пати это я. Я, как видеоблогер, получил такой навык. Большой опыт был. Ты... Разговоры со свиньями? Разговоры с животными. Ну ты... Ну да, когда общаешься с хейтерами, там, конечно, как иначе. А они тоже тебе говорят, тут рост на рост хрю-хрю. Что ты думал? Так. Продать. Что за лидер в поле зрения? Кто лидер? Лидер ты. Я пояс лидерства.
это, наверное, на Красный Принц. Да. Так, сладенькие мои, ну что у нас, как у нас делишки? Все хорошо? Все красиво? Да, я сейчас поторгую с этой подругой и освобожу. Так, нам надо в лабиринт идти. Да, в лабиринт. Кстати, в принципе, кольцо брака там не нужно, потому что это... Он протанет только то, на ком через, кольцо вперед. Туда через таинственную пещеру, да, проходить? У нас пирамидки во второй главе только появятся? Да. Все тогда, тогда не переживаю. Все, короче, я с ней поторговал. Да, пирамид. Скинул все самое необходимое. Да, я тоже с ней поторгую, да. Она вперед там пошла, догонять ее. Она наверх там сейчас залезет. Идет здесь сюда куда-то, здесь, по-моему, залезет наверх, будет сидеть. И тут норм в одиночестве. Да, так, короче, я продаю ей вот это. Вот это. Так. Так, держи, Фейн, тоже сожрешь голову. Потом как-нибудь. Надо изготовить же это суперзелье сейчас. Слушай, я продаю перстень брака нормально абсолютно. Да мне он нахуй не нужен, действительно. Не, он не нужен. Он нужен только, чтобы беспрепятственно сразу пролететь в конец лабиринта. Ну, типа, и получить опыт за него. То есть можно просто. Но он все равно, ему все равно надо его проходить, потому что нам надо освобождать того, который горящий. Да, меня интересует, жрец, что у него есть по... О, у него неплохие штуки есть. Так, это учим. Так, только вот у меня не... Блин, нет... Лепейку памяти нет больше. Давление, что ли, убрать? Так, уберем благословение, поставим вот этот. А, то есть у нас теперь нет жезла избавления, вы отдали его Слейну? Нет, мы не отдали его Слейну, у меня есть жезл избавления. Мы еще жезл ведьмы отдали Слейну. Короче, здесь смотри, здесь всего два жезла избавления. Один, короче, вот. Да, этого достаточно, чтобы прорвать оборону, но есть гораздо больше, да. Здесь можно, условно просто говоря... Просто у меня в этом написано, типа, мы отдали жезл избавления Радейке Слейну, теперь придется... Да. Да, да, не придет. Ну, другой у нас мы нашли, но просто прикол в чем, что можно, можно его не использовать, использовать, потому что не факт того, что да. Ты его найдешь. Потому что, по сути, этот жезл, который мы нашли, это сайд-квест, который не по сюжету ты можешь и не найти, а, соответственно, можешь его и не получить. Поэтому у тебя два варианта. Либо дракон уничтожает вопящих, либо ты их уничтожаешь жезлом Радеки. Ну, пока что одеяние мага похоже на одеяние какого-то дебила, который сбежал из леса. Мне это не нравится. Это никого не волнует. На одеяние какого-то человека. Ну да, но я люблю пафосно выглядеть. Вич-доктор какой-то из доктора. Да, я люблю выглядеть пафосно. Меня это поэтому не удовлетворяет. Ну ладно. Не, у нее ничего такого, что было бы прям остро необходимо, поэтому принимаем сделку. Да не, на самом деле, я купил у нее просто стрел, там еще что-то такое. А, все. Хорошо, ладно, отправляемся в лабиринт. Через, да, этот, да, вот через эту дырочку будете сидеть. Какую дырочку? Ну вот, через, ну, через выход, который к саламандрам. Все, понял. Это же самый короткий путь. Внедрите ее тут все. Блин, мне надо память взять, прокачать следующим этим. Нет, ничего, нет ячеек больше. Да, память мне тоже надо покачать, потому что я мэг. Потому что там есть, конечно, талант прикольный, мнемоника, но, блин, что-то не хочется тратить очко таланта на него. За три ячейки так, ну... памяти, я считаю. Неравноценный обмен. Наручи дают скилл, но можно и просто из школы ауратургии. Есть тонна разных телепортов. А, там люди просто обсуждают что-то. Если сюжет проходил несколько раз, чей сторилайн больше понравился? Мне самый офигительный сторилайн понравился за Лоуса. Он с... Ну, Фейн, он, скажем так, Фейн и Лоуса. Фейн, так, он просто убежать, очень хорошо объясняет лор и понимание того, что вообще происходит в этом мире и почему. А
он просто самый богатый в том плане объяснений. А Лоусе, он самый красивый и самый интересный в том плане, что, ну, перипетии сюжета. Мне больше всего нравится сторилайн Андрея Людоеба. Вот никто не задавался вопросом, а почему Андрей Людоеб во всех играх сразу? Почему он везде есть? Вот, ну, как бы, подумайте. На деле сторилайны у всех интересные, кроме Ифана. У Ифана самый скучный, как по мне. Почему? Ну, он, по сути, просто идет убивать, потом ему говорят, окей, ладно, так, не надо убивать. Нет, так у Сибилы тогда сторилайн вообще элементарный. У нее там одно столкновение с эльфами, и потом, типа, есть хозяин, под чью дудку я пляшу. Ты поможешь мне от него избавиться? Да. И вы вместе отпиздохиваете этого хозяина. Если вы перед этим... А потом древо. Если вы... Потом ты ну еще... да, если вы потом... Потом если... еще древо. Ты еще либо освобождаешь всех эльфов, либо они остаются под гнетом. Нет, есть третий вариант. Разъебать древо с эльфами вместе. Что я и сделал. Ну, можно и так, потому да. что, ну, они там куколы какие-то. Да не все пидорасы. Все эльфы пидорасы, на самом деле, охуевшие. Так, ну что... В лабиринт входим. Да, что, ну, это даже где у нас этот? Разумиста надо взять. Какого? А, не поверил мне, видишь. Так, ну, слева череп. Сейчас возьму, пойду. Наступи опять. Кто-то с сир Лорой разговаривает. Да ёпашу мать. Да встаньте вы на нее и стойте, блядь. Да я не могу тут сир Лора, блядь, встал, я не могу... Что сир Лора, блядь? Ща, во, она отошла, нормально. А, сир Лора, что ли, там бегает, блядь? Да. Дайте ему по ебучке просто, все, он бежит. Так, Нихуя там не башня. Так. Что делать-то надо? Решать головоломку 99 уровня. Теперь, так, теперь. Андрюх. Давай. Портал же только у меня, да? Ой, только у тебя, да? Телепорт, да. Так, а у тебя телепорт же на перчатках, да? Дай перчатки мне. Так, сейчас. Перчатки, телепортация. Держи. Теперь встаньте там, где я стою, я перед дверью и стойте. Окей. Ну, стоим. Сейчас следующий пойдет. Откатится следующим. Следующий. Если у нас нет перчатки телепортации, или она обязательно... Типа, тут пошла. Можно по-другому, но я немножко читерю, поэтому забейте. Да. Ну. Тут можно проходить. Тут надо обязательно как минимум два персонажа, чтобы проходить, но в целом можно читерить. Так, Красного Принца. Как Красного если принца, ты соло играешь? Если соло, тогда отсоси. Не, ну, тактическим отходом, пожалуйста. Понял. Так, череп подбирать. Так, а где я-то? Да ты подбираю. А, я себе прыгнул. Ты... Ну, подбери, но... Или подожди, стой, не-не, стой. Оставь, не надо, пока не подбирай. Они у меня все были, чтобы не париться. Да, еще стих. Просто я что-то не понял. Я хотел портануть этого Красного Принца. А, подожди, не понял. Почему недопустимая цель? А, ну дебил, потому что Красный Принц стоит, блядь, не перед дверью. Перед дверью стань, говорю. Красным Принцем стань перед дверью, а не Фейном. Да, блядь. Разумись, блядь. Я думаю, чё за фигня, чё не получается, блядь. Оказывается, всё получается, просто не совсем всё правильно, блядь, делают другие люди. Так, всё. Так, конец диалога. Так, поехали. Так, так. А, Андрюх, сейчас надо туда портануть. Стой дальше там, подожди. Опа. Так. Так, идем. Так, ну сейчас стойте здесь пока. Так, подожди, здесь, по-моему. Здесь, по-моему, внизу еще один череп есть. Имеет память вот в том скелете. Так. Нет.
Интересная головоломка. А мы ее не решаем, мы ее ломаем. Мы ее ломаем. Нет, она решается примерно так же, на самом деле, тоже так же при помощи черепов. Но просто, если ты будешь решать головоломку именно как решать головоломку, ты не можешь, тебе не хватает черепов попасть вот сюда. Ты решаешь, либо ты решаешь головоломку брака, проходя через необходимые эти, либо ты попадаешь... То есть, короче, забей, в общем, парься. Так, все, я сейчас пойду забираю. Ну, да, она такая вот, к сожалению. Поверь мне, если бы мы делали все по правилам, ты бы еще дольше бы тут бегал. Гораздо дольше. Ты же, Дрю, с Оверлордом не будешь проходить первую или вторую часть Divinity? Нет, потому что мы это уже делали. Чтобы полностью Divinity если вам... мы, полностью мы полностью прошли первую Divinity вместе, и часть второй прошли вместе, потом я допрошел один. Оверлорд, насколько я знаю, сейчас проходит. Он сейчас с Юлей проходит, да. Юли еще там с кем-то, и я не знаю, стримит он это или нет, но факт в том, что он это делает, сейчас проходит. Так. Отлично, здесь можно открыть уже. Так, сейчас я еще возьму пару черепов и приду к вам. Раз, чтобы открыть уже все необходимые двери, чтобы вы спокойно могли пройти. А что ты говоришь, там типа не хватает черепов, чтобы куда попасть? Зачем? Короче, либо ты проходишь по маршруту, по которому типа как задумано пройти, открывая, получая черепа таким вот образом, как я сейчас это делал. Ну, то есть, наступая на могилы. Так, я опять с вами. Ну, наступаю. Так, ну что? А, либо ты проходишь вот так вот хитро, но тогда ты не проходишь, тебе не хватает черепов, чтобы выйти отсюда из лабиринта. Но зато ты можешь, ну, если ты хочешь проходить через двери именно, открывая через черепа. Просто фишка в чем этого черепа? Ты можешь открыть, используя один череп, открыть одну какую-то дверь, которая закрыта. Знаете, и череп разрушается. Две двери открываются здесь. Здесь, условно говоря, три, по-моему, черепа или четыре. Открывает три двери, соответственно, да? И две двери открываются нажатием на кнопки. Ну, то есть помещением на них каких-то бочек, которые находятся в этих там помещениях и так далее. Короче, забей. Если так очень сильно интересно, как проходить ту или иную область этого лабиринта брака, все есть на гугле, но, поверь мне, гораздо проще. Берешь тактический отход, и прыжок Феникса или перемещение. Блин, что ты там делаешь? Почему ты нас туда не закинул? Зачем? Я сейчас открою двери уже все. Я собрал просто бонусные черепа, которые здесь еще в других местах есть. Сейчас открою ты все двери, и мы пойдем ломать. Там? Нет, я не буду заходить в помещение. Я просто открыл дверь, которая здесь. С этой стороны. Сейчас прилечу к вам, открою дверь, которая у вас. Потом триггернем уже бой. Понял. У меня останется как раз еще один череп, чтобы открыть дверку, где лежит сундук. Окей. Okay. Так что все очень четко. Верни уже просто. Я наизусть знаешь, поэтому. Так, все. Пойдем. А ты все. Фейна не хочешь телепортнуть, чтобы он тоже в бою был? А, блин, я забыл про него. Точно, сейчас давай. А, ну в принципе можно сундук не открыть. А, ну в любом случае он сюда не поднимется. Ну, поднимать. Мы можем просто открыть для него вот эту дверь, потом вот это все, пройти втроем бой и потом открыть дверь. Зачем я вообще спартану просто? Так, сейчас эти перчатки отдам, чтобы ага. Они у тебя были уже. А, ну или... Ну, чтобы ты там мог портовать потом там паренька того и вообще. Ну, окей. Так. И так, все, отдал тебе перчатки. Мне они больше не нужны. Я портуюсь к вам и открываю дверку. А, она уже открыта. Ну все, пойдемте туда. Сейчас перчатки одену. Точнее, надену. Все, перчатки. Да. Так, сейчас. Сука, сюда иди. Вот, по-моему... Так, мы в бой-то идем или вот, что? Вот, все. Да, вот сейчас только я вот... Ты дальше меня не... Дальше меня не заходить, вот дальше моей линии. В семье примерно, ага. Так. Все, да. Зашли все. Сразу говорю, они как бы боятся воды. Все, заходите дальше.
А кто они-то? Их пока нет. Сейчас будет. Вот, видишь? Просто как бы, если ты можешь прийти сюда, тебе Гаргули тогда говорит, типа, а, типа, ты решил наебать, на, вот тебе, типа, это, реши загадку, как, типа, этого освободить. Угу, хорошо. Так, все, выходи, ну, вылазь из своих кустов. Инвестиция. Спасибо, Нордраш. Спасибо. Так. Дрю, как человек, прошедший два дивиденда, скажи, в какой из двух лучше магии. Теперь все в бою. Ой, все отлично, слышал, поехали. Магия не сильно отличается с первой и второй. Ну, в первой она терминально разрушительна, а во второй она только в конце терминально разрушительна. Ну, то есть в первой дивиденде магия, она прям вайпает. Да, но она, скажем так, она немножко по-другому прокачивается. Там нет уровней заклинаний, там есть, точнее, уровни, как не степени книг, которые там... Спирт, приступай к ебашу, пожалуйста, да. Давай, ладно, поехали. Спирт ходит, пиздец, после 50 лет. Да. Ты не играл с... Ты вот не играл с одним человеком, которого давеча упоминали. Поэтому ты не знаешь, что ходит. Ходит по 150 лет. Да. Поверь мне, он не просто ходит по 150 лет. Ему если что-то не понравится, как походили, ты начнешь весь бой заново. Он просто перед каждым боем сохраняется, и если что-то не так, как ему понравилось, как хорошо, что я был этим самым хостом. Так, у нас есть. Поверь мне, это Либерталия с ним играл, это было весело. Воды, значит, боятся, да? Они, да, они, по сути... Но ну, них, ты ж можешь посмотреть. Не, у них просто резисты к магии все равно ебовые абсолютно. Ладно. Ну, вода минус 50 у них. А ну, все ладно, остальные поехали. По ним, естественно, как бы... Огонь просто 200. Огонь по ним 200. То есть огонь их будет хилить люто. Вопросов, как и вопросов я. Не имею. Прикольно, фейн прям классно вообще. Ну, я пока его только маг защиты успеваю снимать, да. Ах, он ублюдок, надо было его портить сверху вниз. Бракус Кекс. Какой ты уверенный в себе дебил, а? Нормальная идея. Да, можно так потушить их просто. Они, кстати, в огне стоят, да, они хилятся да, от огня. Да, поэтому надо тушить все дело. Я их тушил просто этим каким-нибудь так там взрывом. Так можно огонь сделать благословленным. Они же нежить, они будут пизды получать тогда, если я правильно понимаю. Можно, но нам нужно заклинание истока на благословение. Оно пока только у тебя, и вон там одна лужа разлитая, оно нам будет нужно, поэтому лучше пока не тратить. Ладно. Мы и так их трахнем, поэтому не переживай. Так. Ляп. До свидания. Ох, нихера себе, они еще и взрываются. Так. Сколько у этого? Ой, у этого дофига здоровья, дофига брони физической. В принципе, как и у того. Ну, магом я так, займусь, ну, у него нет магической брони. Да, окей, ладно, тогда я миличника стреляю. Блин, ну миличник... А, слушай, у меня вот такая штука есть. Того парня как раз. А, нет, давай в магу как раз у него вот этого точно убьешь. А у меня потому что есть такая вот офигительная штука. Он еще и ходить не сможет. Так... Молодец, а у меня вариантов особо нет. А молния просто у них. А, ну 20, в принципе, немного. Я. А еще не хочу гореть, поэтому я вот так сделаю. Но он ходить не будет, он замерз, поэтому. Вот. Ого. Ну, увечья, да. Нормально, тебя прилетело.
Да почему у тебя увечья повесилось, если у тебя... А, у тебя физ броню сняло. Ну я не могу двигаться, но меня это совершенно не беспокоит. Да, это абсолютно фигня. Ой, ярость, хорошая вещь. Каждый удар будет критическим. Блин, даже атаковать нечего. Просто мили атаку, просто физатаками лупи, и все. Просто мили атакой, да, которая будет каждая критическая. Да не, я на эту. На Фейне, но вон справа маг, его надо добить. Понятно, как хочешь. Нет, я кинул на Красного Принца. Кого? Ярость. А, ярость, ну, Красный Принц же будет. Проблема ходить. В том, что у Фейна у меня это жезл с ядом, жезл с огнем. А, понятно, окей. А, да беда, да. Окей, ладно. Ну, я этого парня сейчас, наверное... Блин, 31. А она сколько наносит? 34, 37. Ну, по идее, должна уронить. Да, хорошо, вошло. Да, отлично, уронила. Так. Да, ну тогда что-то У меня проблема в том, что у меня пока что все спелы в откате. А чем у тебя жезлы кидаются? Сейчас проверим. Вода, оба вода. Отлично вообще. За... На пизды. Гоняй. Пизды. Так, кто следующий хочет потушиться? А, позиция ниже, минус 10% урона, да? Ну, он все равно стоит как бы в этом. В отдыхалове, поэтому... Неправильно, позиция не ниже, блядь. Полежи вон там. Ладно, налет его, отлично. Ну, извините. Я его под этого самое, под дальнобойные атаки. Нормально, под меня. Под меня отлично, потому что он без физы. Если что, я на него еще просто раз кину оглушающую стрелу. Не поскользнется, да, поскользнется. Потеха. Да, потеха будет, да. Да, ладно. Идеально. Финиширую его. О, смак. Yep. Так, начнем вот с такого действия. Да, туши. Туши все это дерьмо. Так, его надо благословить просто, я так понимаю, да? Нет, подождите, не тратьте пока никаких заклинаний, ничего не делайте. У сейчас. Меня есть ячейка. Сейчас мы все сделаем. Так. Красный принц, стой, где стоишь, и не двигайся. Приготовься. Снимать проклятие крови, да? Так, теперь отойди в сторону. На шаг просто, в любую сторону отойди. Я понял, все. Я готов. Куда ты? Далеко. Вернись назад. Только не стань не на кровь, а стань там, где крови нет, но рядом. Фейна. Лед Фейна. Да. Я сейчас тебя немножко крови повышибаю. О, теперь еще чуть в сторону отойди, ага. Нам надо просто залить. Как это понять, вот, что вот это все, нужно именно все, это все, делать? Все. Ну, это надо. Потому вот, что у него он проклят читать, адским пламенем, да. Читай тут некоторые книжечки. Те, кто догадались, они как раз тут читали. Тут куча всяких записочек. Портуй его на прям середину крови. А, ты благословлять будешь? Окей. Да, ты просто портуй на середину крови, я потом кровь благословлю. Давай, благословляй. Сейчас. Давай я благословляю. Вот, все. Вот, сейчас он. Вот, а теперь благословляй кровь. О, видишь, теперь проклятый. Вот, все. Так. Так, ну, читай его. This was a reward for doing my duty for... Oh, this is no old tale for me. I've been suffering because Rekkus wrecks for longer than I can. He could never have enough power. This place and all its horrors, these were the fruits of his efforts. To no, I was a scholar, a librarian. Rekkus sought the secrets of I unearth knowledge of a great power within those texts. A great and terrible power. Mm-hmm. The figure slowly shakes his head.
Вот кто проходил первую часть, да, знает, о чем идет речь. Он такой, не буду играть в первую часть, нахуй мне это, подсталые игры. Это как раз хранитель той библиотеки, в которую ты периодически портуешься. Прочел? Не, не то, что не буду, у меня друг захотел в нее играть, а то есть я первую еще не покупал даже. Готов? Да. Ну все, он, короче, говорит, что типа не раскроет дальше тайны. Ну пошел он нахуй тогда. Ну, потому что, типа, он действительно разрушительные там всякие эти. Типа, он уже пострадал за то, что он кому-то там раскрыл тайны. Так, а где? Так, кушечка. А я в портал окей. Зашел. Окей, откро. Да я могу один зайти. Так откро. Ну, там. Может, откроете там двери? Я вам открыл. А, нет, не открыл. Дверь заперта, например. О, тут, короче, держи, опознать надо. Восприятие, пирокинетика, аэротургия. Но это как бы странно, что все бафы для мага, реквайрменты по силе. Ну, короче, долбоебизм. Ну, правда, всего 11, ну, да? Это... Нет. Это может быть для, допустим, боевого мага. А, ну окей, ладно. То есть есть же типа какие-нибудь некроманты с молотом. То есть они же как раз качают силу интеллекта. Так, здесь... Вот же открытая дверь. Ты имеешь в виду через эту пройти? Ну так, в другую часть лабиринта попасть хочу. А зачем? Ну зачем? Вот сюда, здесь. Так, вот здесь двери и сундук. Ну так подожди, сейчас я же сказал, окей, что на ту будет еще свой череп. Вот тут я вот открываю, вот. О, вот сундук там, вот можно пойти его взять. Как раз. О, здесь ножик. И на тебе вот как раз. Ножик хуёжик, как всегда, да. Ну, ножик никому не нужен, у нас нету разбойничков. Так, жезл. Только если... С огнем неплохой, жезл, да. Ну, неплохой, себе. Неплохой, нормально. Так, ну все. Ножик проверяю. Идем, разговариваем со статуей. Ладно. Получаем опыт. Получаем. Я уже побываю. Только наверху с горгульей. Подожди, там тут же подвал есть. Мы туда пойдем? Да, конечно. Там еще опыт будет. Все, пойдем. Раз пойдем. Какой горгулей? Селекторное дело с пустой убийства. Прикольно. Тоже, да. Слышь? Да. Андрюх, ты сейчас только что мы видели шлем на силу, который для мага, а теперь я вижу шлем, который для, соответственно, на военное дело и искусство убийства на тканевый, короче. Ну, вот такая я вот тема. Я понимаю, да. Так. Диджестоун, что у тебя... А, все. На, вот пояс, короче, тебе держи. Тебе пояс, потому что ты ботинки оденешь сейчас тирана, поэтому пояс сейчас тебе самый офигительный будет на Красного Принца. А это, скорее всего... Фейну, по-моему, совсем говно ноги. Если тебе не нужны эти ноги на Фейна, отдай их тогда людоебу. Good? Разобрались там? Так. О, мне нужно... Этот, как его... Как это называется-то, блин? Четвертая вкладка, это что? Таланты какие-то? Исключением, да. Таланты, да. А, ёпта, нам жопу дали. Можно выбрать, точно. Да. Можно же это сейчас выбрать. Дальнобойность, удаленность, палач. Так, так. Чё я хотел? Я, по-моему, хотел собирать стрел так себе. Короче, башня короля брака. Нормальная тема. А, ой, тут некроманты, ребят. Я один с некромантами воевать не буду. Нет, мы сейчас очень красиво с ними повоюем. О, здоровяк норм. Талант, наверное. Здоровяк, да, офигительно на этого. Все, Андрей Людоёб встал на ХГ. Сижу, слушаю. 23 интеллекта.
court eunuch to speak only truth and admit a pleasing Bacchus's mistress. Yes, you did. Ладно, мнемонику открыл. Я больше ничего не вижу. The dance macabre. Yes, I recall. And the time I traveled to. Yes. Так. What about? Yes. Давай посмотрим, сколько у меня талант. А, о, отлично, у меня 4 освободилось. Да. Так, а что на магов качать какой талант? Не знаю, смотри, что тебе больше нужно. Я восстанавливаю ваше здоровье, если вы стоите на крови. Это работает на нежить или нет? Мне кажется... Работает. Он восстанавливает. Просто фишка в чем, что это только смысл имеет. Ребят, я уже их диалог прослушал. Может, вы делать что-то будете, блять? Так он там стоит наверху, блять, распределяет таланты. Блядь. Я сейчас не выдержу и себя один в три махач с некромантами устрою. Да, устраивай, если будешь отъезжать, мы тебя быстро вниз, вверх поднимись там по лестнице и зайди в дверку. В подвал мы потом полезем, я так понимаю, или что? Так мы уже в подвале, по сути. Какой ты еще решил в подвал так, лезть? Так, мы будем с ними разговаривать или это бесполезно? Да, нет, будем воевать, получим опыта за их убийство, потом получим опыта еще за кое-что. Ладно. Потом я их ёбну всех. Их по сути нельзя убить, как бы можно просто получить опыт за первый их раз победу над ними. А, ну окей, ладно. Ну я просто максимизирую наш опыт, поэтому. Окей. Теоретически мы можем с ними не сражаться, я могу прямо сейчас их просто вайпнуть. Не, подожди, все с ними разговаривает уже этот мегамозг. Я, правда, не могу подслушать разговор по странной причине, а вот теперь могу. Так. Did I not say that word? Even after the maggots took your tongue, you still talk too much. Silence your jaw. Убиваем их и отходим назад, обратно. Да, почему они не отбыли в чертоге, кстати? Ладно. Непослушные ребята. А что ты, Андрюх, таланты не раскидался? Потому что. Ты ж будешь. Окей. Потом достойный ответ, валидный просто, я понимаю, что это потому что более чем. Да, а что, надо их раскидать? Ну давайте я прямо сейчас этим займусь. Да нет, нет, какой приступаю, ты можешь это не делать. Просто, вау. Скажи, зачем тебе раскидывать талант, а ты и так, ёпки. Не, немножко память можно поднять, что еще можно? Телосложение немножко поднять, нормально. Телосложение, как? Какие-то эти... Кувшин надо уничтожить, говорят. Короче, просто с ним... Скажи, что они пидорасы, и пусть горят в аду. Не на тебя обидятся. Скажи, что все, ты пошел, не надо воевать, ничего. Мы все добрые, мы все хороши. Да, вы лохи, я пошел. Понятно. Распределение талантов подождет. Так, все, что у них по резистам там? Я не помню. У них, по-моему, вообще все плохо очень с резистами. Ладно, окей. У них минус 20 к воздуху. Ага, окей. Как раз, что ты любишь. Твой пауэр как раз сейчас отлично будет решать. Как раз, пацан, выхватил плюшечку и... Только у меня пауэр вот не выучен, к сожалению. Потому что я использую благословение ячейку занимала. Да, да, у меня есть вот это все равно. Да, а, нет, есть. Ну. Они в принципе слабенькие. Ты мог да бы сначала воду кастануть. Ой, дождик, а потом ну, еще ну, в принципе, а что я дай буду стесняться? Поехали. По ним это еще сильнее прилетит тогда. Минус 10. Давай. Нормально, в подвале. Unlimited power! Так, и что еще? Ну, раз у меня есть ход, как бы...
Ну давай вот так вот сделаем, мы только тебе лезть там собираются, ну как бы, ну кто его знает. Лезть ко мне собираются. Кстати, они сейчас будут немножечко. Да нет, фишка в чем, что мы их убиваем просто и все, и отходим назад. И они через какое-то время снова появляются на своих местах, но уже второй раз убивать уже их не надо, потому что они это... Типа... Опыта за них уже не получишь. Почему они возвращаются? Потому что это некроманты, блядь. Потому что они скованы... Некроманты же кого-то резают. Они скованы договором. Вот и все с этим миром. Они не могут умереть. Их возвращают обратно. Обама подписывает их на Обама-кер, и они не могут умереть. Типа того, да. Так, братан, ты, видимо, ко мне хотел подняться, да? Ну ладно, не буду тебе мешать. Так. Да, зайдем. Наверное, все-таки мне ты стоишь очень некрасиво. Ладно. Ладно. Тогда. Делаем бяку. Вот такую. Да. Убивайте последнего. Помощь нежити. А. Гаси, она нежить лупит. Так, Андрюха, так... А он пошел за кофе, походу. Судя по скрипу двери. Так, я отходил, я значит, придет. Смотрите, что у нас тут, какая ситуация. Что за хуйня, они труп, что ли, подняли? Да, только протони вон того, который сверху вниз. Ко всем. Так, а где у них? Да. А такой последний остался враг же, не? Да. А, то есть ты хочешь, чтобы я вот этого телепортировал вниз, да? Ну, который рядом ну со мной все, стоит. Ну, убираем его туда. Так. Ну... Вот этого, блять, ну тут тяжело просто будет не уебать. Нет, трупы не трогай. Трупы не трогай, потому что он призванный. Как только мы убьем хозяина, он исчезнет. Ну ладно, тогда ок. Че ты его так далеко потом? Чтобы он подольше бежал по наэлектризованной воде, если будет ходить еще. Сильверстоун. Сильверстоун, просто пропусти ход, не надо ничего. Или кинь в него щит, ну то есть не бить. Я так и хотел щит. Бежать к нему не надо, потому что он сейчас в принципе умрет, поэтому как бы вы можете уже отходить назад. Так, ну сейчас ты пару накидаешь что-то и будет. Да, просто охуенно, да. Нет, все отлично, я попадаю. Все, назад уходите. А лук просто назад собирать. Отходите обратно. Назад отходите, говорю, блин, лутовые собирать, соберете потом, они никуда не денутся. Вот Макс вот настаивает. А зачем отойти назад? Это неправильное прохождение, просто с ними придется сейчас... Хотя нет, вы можете начать с ними бой, мне без разницы, идите лутайте. Дух авантюризма. Идите лутайте, я не против. Главное мне в бой, главное мне в бой не заходите, вы если пойдете их лутать там... Ой, да? Не полутали, не успели, да? Я не понял, подожди, у нее есть грязный железный ключ, который я не успел полутать, да? Да, я, потому что, говорю, ну, бывает такое, немножечко происходит такая бяка, вот ребята, они это, они, к сожалению. Допустим, мы же не могли этого знать, если бы ты нам не сказал. Да. Фишка в чем, что на самом деле их можно было убить даже до того, как мы сюда спустимся. Да, разберись. И не воевать с ними, но просто прикол в том, что если мы их убиваем, мы получаем еще дополнительно почти 4000 опыта. Ну тогда мы только что получили 4500 опыта, только что. Да, но если нет, мы убили их, получили 4000 опыта, и сейчас я их убил еще раз и получили еще 4000 опыта, но я их убил их, потому что разбил их кувшины. А, окей. А если я бы разбил кувшины бы их до... А если бы я разбил бы кувшины до этого, они бы просто бы сдохли, мы получили бы вот эти 4250, но не получили бы опыт за их убийство. Окей, понял.
эти кувшины, которые мы там... Да, да, то есть мы вообще могли сюда... Если бы мы их разбили бы раньше, мы бы сюда пришли, здесь уже лежало бы просто три трупа и все. Понятно. У меня ключ. Открывайте дверь. Вот здесь все не так-то просто. Здесь Максимка-то уже просто уже много... Максимка изучил уже многие вещи, но не заметил простого лазутчика наверху, понимаешь? Вот такой вот Максимка чрезмерно внимательный в определенных вещах. Избирательно, так сказать. Да. Так, Андрюх, иди сюда, пожалуйста. А вот ящик, который... Вот этот окованный ящик. Пожалуйста, портани его вот на вот эту вот штуку. Вот сюда. А, окей. Именно окованный? А, нет, окованный надо не на эту штуку, окованный надо... Стоп, 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 нет, нет. Окованный портани перед вот этой мордой. Вот сюда. Окей. Чтоб он не разрушился от того, когда по нему прилетит фаербол. Так, отлично. А простой ящик можно просто взять. На самом деле. Да. Вот так. И просто отнести его, поставить на вот эту как раз херню. Так. Сейчас, оп. И ящик ставим сюда. Опа. Все. Можем идти в дырочку. Ну, может, еще один окованный ящик поставим? Нет, 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 не надо. Сейчас, сейчас идем в дырочку. Нажимаем рычажок. Опля, и все перестало там работать. Окей. Там все, там случилось чудо. Максим, так. Ты ювелир. Максим, кто ювелир? Так. Я хочу исследовать, что здесь у нас. Андрей Людоёб, распознай вот это и отдай красному принцу. У меня тут там что-то ёбкое. Зомби, могу с ним поболтать. Можешь, но ничего тебе толкового не скажет. Ну, как поболтаешь, можешь распознать меч и отдать его красному принцу, он будет рад. Да, но они нахер не нужны. Ну, если тебе интересно, можешь, конечно, взять их почитать половину. Возможно, что-то для себя интересное найдешь. Стоит, и когда на них нажимаешь, пустой инвентарь. Прикольно, да? Ну, такие вот там, ничего умного, значит. О, я получил только что гранату ужаса. Да, есть такая тема. Только ты не гранату получил, рецепт, ужаса, да. А ты получил рецепт гранату. Ага. Ну что, ебануть зомби этого? А, красный принц, ты может пояс оденешь, который я тебе дал? У меня великий бой зомби, между прочим. А. Давай я тебе помогу. Он довольно ёбкий, да. Должен сказать. У меня поближе. У меня точнее уже и золотая веревка есть. Золотая веревка. У меня тоже 14 брони, тут 2 телосложения, стойкость 7 уклонения, а у меня одно телосложение, одна скрытность и лидерство. Великий бой с великим пацаном, да. Да можно. Нет, пацана. Пацан отъехал. Ладно, лидерство. Я могу тебе дать, в принципе, эту золотую веревку. Нет. У тебя есть еще? Да, зря мне факелы потушил, но тем не менее нормально, ничего страшного. Книга навыка дрожь земли не надо тебе, что ли? В смысле? Дрожь земли надо, геомантия вот. Надо. Вот лежит, да. Там хорошая геомантия, которая с контролем. Я ну, просто... Я стараюсь связывает. Альтом как-то не следовать особо. Ну, я нажимаю, я когда по комнате побегаю уже, когда перед выходом обычно нажимаю, смотрю, что может мало ли что пропустил. Ну, тут измученная душа есть, да. Можно гранату вселяющую ужас сделать. Банка мозговых паразитов. Тоже прикольная, кстати, штука. Не, ну в целом, тут крафт прикольный, но он, я крафтом, скажем так, да, он... Я крафтом не пользуюсь. Отмычки на всякий случай, тут. Да? Что сейчас? Бах. Так, Фейн, а дай-ка мне свиток дождя, у тебя ну есть. Кто запустил механизм, который харкает говном? Кто-то открыл дверь, видимо, там. Какую? Или наступил, да, там куда-то. Дверь открыл какую-то. Вот и не надо было ее открывать. Дай, говорю, свиток дождя. Свиток дождя? У тебя есть. Да у вон у Фейна есть свиток дождя, кинь мне его. Так, меч одноручный, кому? Сила инициативы, прорубающий урон. Фейну? Красному принцу. Какому зачем? Красному принцу. Принц.
потому что у него явно... Бритва Хакама, отсылку понял, ставлю лайк, отправляю, отправляю себе, потому что ее продам, у нас нет ловкача. Товарищ Фейн, дайте мне свиток. Да нет, у меня свитка, нахуя тебе свиток дождь. Дождя, если я могу дождь наколдовать в любой момент? Да иди-ка стани дождь на колодец. Ну пойдем. Мне в пердак сейчас залетит, а нет, не залетит. Страшно, не отъедешь ты так. На какой колодец-то? Где наполнить-то надо? Туда, в дверочку ко мне вот здесь заходи. Нет, не туда, назад, сейчас, назад, да, другую, да, сторону, в противоположную. О, помню эту локацию, она у меня в обзоре есть. Только это, те, у кого исток, не эту, юзайте, а, как это. Да. Это колодец, с ним можно пообщаться, да. Да. Исполните желание. Да. Каждый с ним может поговорить, дать ему 150 голды и получить какую-то, да, шмотку эпическую. Все, пробуйте разговаривать теперь с ним. По идее, он каждому должен, да, воровство, стойкость. Блин, ну воровство, стойкость 22. Ну ладно, фиг с ним, пожертвую двумя инициативы. В первой части игры тоже были говорящие колодцы. По гораздо больше. Так, ладно, я пойду пока дверку открою. Вчера я подобрал ведро. Да. Кому там что дали? Кому что дал этот колодец? Так, а, ну я ж могу был заюзать призыв волка. Потратить, так сказать, исток. А? Откуда у тебя столько заклинаний, исток или этот? Мое единственное заклинание. Принять предложение помощи. Все. Завершили. Квест с Визимуром. Я получил... Там. Физическая броня, возмездие, везучесть, шанс... Короче, отдаю Красному Принцу. Или могу тебе отдать. Возмездие, везучесть... А что это было? Ну вот, держи, посмотри. Не, возмездие не нужно. Не, не нужно. Это возмездие, это вообще ничего не нужно. Вообще ничего такого. Это, так принципе... возмездие, оно возвращает урон вроде, да? Это репел урона. То есть по тебе бьют, получают урон в ответ. Да, но у меня сейчас... Ну, хотя, да, блин, ну, давай, ладно. Просто фишка в чем, что... Телосложение, гидрософистика, аэротургия. Это вот, кстати, вот как раз... Красному принцу надо тебе кольцо отдать. Угу, окей. Шикарное. Для тебя как раз. У меня кольцо... Так, лорд Резло Олдлич... По прозвищу Торопыга. Ну-ка посмотрим. Такой нормальный. А портреты стоят денег, да, до сих пор здесь довольно больших или нет? Ну, смотря какие парни, все, скажем так, какие-то там. Ну, в принципе, в любом случае, они не дешевые. То есть они как минимум там 60-70 голды каждый. Ладно, хорошо, тем не менее. Просто главное, хер чтобы, с ними. Главное, чтобы портрет не весил огромный вес. То есть, если здоровый портрет, то он не стоит. Сохраняешься ведь? Опять вообще не стесняйся нажимать. Тут периодически автосейв бывает, но лучше перед, да, тем, как заходить в какую-то новую локацию, всегда сохраняться, потому что это как бы здесь бывают такие необычности, да, неожиданности происходят и. О, у меня тут сапоги на интеллект. Вот и давай. Тому, кому надо, сапоги на интеллект. Нормально, так, первая локация, вот тут уже челы все в фиолетовом шмоте каком-то бегают. Поверь мне, это не самый, далеко не самый лучший шмот, который на нас сейчас. Так, ну чё, открываем гробы? А ты не можешь, у тебя силы не хватит. Да. Тут, по-моему, 14, да, силы надо. О, распознай мне, пожалуйста, вот эти сапоги. Давай. И вот это вот кольцо. А в гробах, как всегда, ничего нет. Есть, там в последнем гробу, руки, который... тирана. Руки тирана. Вот теперь можешь одевать весь доспех тирана на себя. И ты будешь довольно-таки ёбким парнем. То есть одеваешь следы, шапку, шлем, пояс. Так, сопротивление земле, уклонение. Друзья охотника. Ну, сапоги для охотника. Давай. Так они, сапоги должны быть для охотника.
Кого там проклятием пиздят постоянно? Все, он все, он сам комплект собрал, все, видишь? И все. А колечко? Кольцо, сопротивление воде плюс один призывание, полированное кольцо. Ну, теоретически могу себе оставить, да. Кинь мне, потому что у меня пустое место, а как... Окей, все, окей, все. На призывание, ну, его изучить, по крайней мере, можно. И ты не можешь изучить навык на призывание, если у тебя изначально ноль. Так. А кольцо не помогает? Нет. Изначально, если у тебя ноль, нельзя изучить ничего. Так, ну ладно. Нам что-нибудь в этой крипте еще нужно? Все, убегаем отсюда нафиг. Мы идем... Я могу отдать вам, хотя тут на физическую защиту. Все мои шмотки. Подожди, а тот туннель... Не туннель, а тот проход, который в лабиринте, он сюда же ведет? Какой проход в лабиринте? В лабиринте есть люк. Ну, сюда вот он ведет, да. То есть он ведет сюда же, куда и эта штука, да? Подожди, в каком лабиринте люк? Ты правда его никогда не видел? Наверх поднимаемся обратно? Может быть, наверх. Ты... А, вот, скорее всего, это он и есть. Может быть, ты... Может быть, ты, скорее всего, имеешь в виду другой, так, как подожди, бы, люк. Подожди, я хочу проверить канализацию здесь. Нет, канализация туда никуда она не портует особо. Проверяем. Да ладно, я в другой комнате. Но ну, в другой были. Комнате. Мы там были. Вы тут были? Я там... Да, я там нажал рукоятку и открыл как раз дверку. Окей, ладно. Нет, просто если где-то в лабиринте есть еще люк, который я не видел, мне вот очень интересно. С подключением, прям, сейчас покажу. Идем, идем, идем. Ну ты его не мог не видеть, но... Он есть. Ну, возможно, я увидел, но просто он не ведет туда, куда нам надо, просто вот и все. Просто в... А, все, ну, есть люк, он просто... Ты, скажем, просто перемещаешься из одной локации в другую, этот люк, при помощи ну, этого люка. Да, я вот про, про люк, который вот, вот, вот... как показать точку, да? Вот. Ну, вот факелом. Вот про вот этот? Да, 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 и про него. Ну вот он тебя переносит из этого, вот, вот этот вот, который вот здесь напротив, прямо за дверью, вот. Он тебя сюда переносит. А, это все что ли? А, ну, ну да, вот вижу все. Вот я могу дверь эту открыть, вот иди сюда. Вот смотри, у меня еще череп один остался. Все, это был последний череп, все, пожалуйста, можешь проходить. Нихуя тут ловушек. Ну вы как-то прям так звонко нормально, пошли по ним. Нормально, да. И вот, ну, у меня больше черепов нет, поэтому я вам открыть не могу, поэтому извиняйте. Да, вопросов нет, нормально. По-моему, нет, сейчас больше сейчас гляну. По-моему, нет мне больше черепов. Да, все, черепов ну, больше ок, нет. Тогда мы что дальше делаем? Ну, портуйтесь, ну, как бы все, портуемся в этот, который заброшенный лагерь. Да, Final Fight у нас в этой главе. Да, Final Fight, ну, потому что все, здесь уже больше нечего ну, все, делать. Все, пошли тогда. То есть. Так, идем. Только сразу так не летите, прям сильно вперед чуть-чуть, потому что. Тут пиздец он... Нет, он просто как бы. Я один раз прям полетел вперед, и пока Слейн летел, меня эти вопящие уже убили. Сейчас надо подождать, пока он прилетит. Вот он сейчас всех бохнет. Вот, все. Теперь можно идти. Так, разговаривайте там с Гарретом, чтобы он типа. А-ля типа. В атаке. Так. Отправлялся. Где Гарретт-то? Он со мной пиздит уже. Все. Он что-то типа бежал. Вы куда идете-то? Не знаю, они куда-то погнали тут. Жесткое наступление. А почему налево, если нам прямо можно? Ну они типа на лодку идут там все. Окей, да, ну пускай дальше идут на лодку, хуй с ними. Какую, блядь, лодку? Нет, вы поднимаетесь наверх. Как? Ты хочешь, чтобы мы поднялись наверх незаметно? Расскажи нам, пожалуйста. Вот. А почему? Нет, теперь вот смотри. Как? Вот с этой стороны. Вот. Вижу, странные люди, а. Вот поворачиваешь направо, вот сюда. Это те, кто маги. Окей. Милишник, милишник остается у центрального входа. Куда-то пошел, блин, милишник. Иду, иду. Вот сюда встань просто и стой пока вот здесь. Только так сейчас, посмотри, секунду, где у них этот ячейки закрыли, пока не надо ничего делать, у меня просто ячейки есть для спелов, надо их все заполнить.
Ну, заполни пока. Все. Соответственно, вот вы проходите в скрытном режиме вот сюда. Как бы так, чтобы вас не запалили вот сюда, вот с этой стороны. И занимаете пространство здесь. Но только пока туда не заходите, а когда перед началом боя... Короче, условно говоря, Красный Принц бежит вперед до того, как с ним начинают вести диалог. Пока ведется диалог, вы занимаете позиции. Я знаю, как это работает. Так, сейчас, секунду. Единственное, что... Надо будет, чтобы, наверное, товарищ, который с порталом, пришел вот сюда с телепортом ко мне. Зачем? Чтобы вот этого пидора, который наверху, портануть туда вниз. А мы будем стоять с тобой с хайграунда и как раз и нагибать. Ладно, отсюда, окей, где вот тогда иду к тебе. Не, а ты ко мне так продняться не сможешь. Здесь... Не, ну хотя ты можешь кинуть мне перчатки, я тебя да, сюда запорталю. Да, это все, что мне в голову приходит. Вот. Ну, либо я могу атаковать здесь, блять, все. Атаковал. Честно. Ну, все. Тут должен быть вообще-то разговор, блять. Ну... Подожди, стоп. Не мы можем же сделать так, чтобы епископ в этом бою на нашей стороне был, разве нет? Нет. Он будет как бы не совсем на нашей стороне, просто когда вылезет червяк, подожди, посмотрите сейвы, должен быть автосейв либо перед началом, либо вы сохранялись перед буквально там, ну, я говорил с Сильверстоуном сохраняться, я думаю, он как бы вне моим словам и, наверное, сохранился все-таки пару минут назад. Молодец. Лучше загрузить, да. Просто... Давайте пиздить. Нет, очень-очень-очень херовая ситуация. Мы просто огребем перед тем, как вылезет червяк. Мы очень сильно все огребем. И, скорее всего, червяк нас просто сожрет. Нет, можно выиграть, но лучше загрузись, да. Потому что я не понял, как ты диалог вел. По-моему, можно сделать, чтобы Александр был на твоей стороне. Я может, ошибаюсь? А выйти из боя нельзя. Бля, нет, загружай сейф просто. Нет, можно выйти из боя, если вы все сбежите сейчас просто назад. Только бой продолжится, они будут наступать. Нет, они не будут наступать. Они будут наступать, просто уходить. Вы можете просто сейчас... Назовите три причины не загрузить сейф, что гораздо быстрее. Потому что он далеко сейф. Где он? Он на битве с тремя долбоёбами. Ты из тех дебилов, которые не спамят F5 каждые 3 секунды? Идиот, просто... Ты пойми, в этих играх, блядь, надо... Перешел из локации в локацию, сохранился, начал диалог, сохранился, блядь. Тут вошел, блядь, в помещение, сохранился, блядь. Вот чтоб вот такой хуйни не было, блядь. Чтоб ты час, блядь, игры, блядь, в игру не проебал. Просто нахуй, как еблан. Выходите из боя, убегайте. Это единственный способ, потому что это реально быстрее будет. Просто максимально всеми спеллами убегайте как можно дальше. Как можно вообще, кто может. Ну, я уже вышел из боя, Фейн вышел из боя. Сейчас они будут... Не, я уже не убегу из боя. Почему? Блять, Илья, ты правда не сохраняешься каждые 3 секунды в этой игре? Блять, да что не... с твоей головой? Ты правда... Блять, ой. Блять, финальная битва локации, что мы будем делать? Не, мы не будем сохраняться, нахуя перед... Не, Андрюх, ты убежишь. Бежишь. Он сейчас, он отвянет. Тут у них фишка в чем? У них здесь есть локация, они не бегут за тобой бесконечно. Угу. Осталось Красного Принца от Гейста вытащить. Удачи. Ну, отъедет, значит, от Гейста. Я он сейчас. Что ты делаешь? Ускорение на себя хочу кинуть. А, окей. Ой, беги, будь бегом. Как можно дальше. Говорю, зачем тебе геомантия глаз, Андрюх, у тебя спил? Потому ты... что... Нет, да. Андрюх, если ты сейчас выйдешь из боя, ты сможешь его порталом вытащить. Если я выйду из боя, кто мне даст выйти из боя только? Пейн, какого хера ты там стоишь? Уйди назад дальше, чтобы, блядь, сейчас не войти в бой, блядь. За мной уже епископ выехал. Пейн. Догадался. Все, и стой там. А лучше уйди в сторону, чтобы типа уйти с коров обзора. Вон за камень зайди, за любой. Вот сюда зайди куда-нибудь. Отлично. Так, все. Все. Красный Принц вышел из меня.
Сейчас Андрюха да выбежит. Так. Какого хуя я в бой вошел, блять? Ну, я могу, я могу соумач только убежать. У меня нет ускорения, как бы, на большее. Вот. Не, просто беги, беги, все, просто убегай в сторону этого лагеря, просто максимально, сколько ты можешь, все. Нет, они реально сейчас, ну, они закроют. Ага, и гейс такой, здорово, я могу телепортироваться. Блять, забей. Ладно. Он сейчас... Блять, как можно не сохраниться перед финальной битвой, блять, каким надо быть деградом. Я в ахуе просто, я тебе... просто, блять. Блять, Илюха, я тебе сказал, сохраняйся всегда. Вышел из помещения, сохраняйся. Прошли квест, сохраняйся. Я тебе это сейчас только что сказал, блять, в помещении. Не, ну там, были, блядь, понимаешь, рука от, рука от нажатия F5 отваливается просто. И мы, понимаешь, мы с тобой вышли, мы с тобой прошли, условно говоря, сюда, и ты не сохранился даже, здесь сказал, перед, перед каким-то финальным битвой сохраняйся. И ты не сохранился даже вот перед началом. Я вышел из боя. Тебе, Андрюх, надо до нас добежать, и все, и ты выйдешь из боя. Ага, бля. Так, а, все, червяк появился. Хуй, мы вышли из боя. Ну, стой, Андрюх, это на самом деле похуй, потому что как бы... Беги так, сюда ладно. Максимально наверх. Хорошо, что я говорю с Александром. Да, говори Александру, что пусть они сражаются, потому что они сейчас будут пиздить червяка, а мы будем пиздить их. Все нормально. Червяк сейчас, блядь... Ладно, окей. Не, червяка нет этого оппортунизма. А, ну, может, тогда воевать начнем уже, блядь? Да, начнем, естественно. Ой, блядь, разумисто нахуй. Ладно. Поехали, гейст лови. А, зря в гейста. А, ну, хотя да, пусть гейст червяк, блядь. Гейста в любом случае убивать. Ну, они червяка будут мучить, они нас трогать не будут. Ну, возвращайтесь в бой, что делать? Ну, а я уже в бою. Они все, мы все в бою, на самом деле. Потому что червяк вылез. Мы не успели съебаться до того, как червяк вылезет. Да не, похуй, чё. Откуда как червяк бы это... здесь? Блять, это финал батл. Понятно, но они же там, типа, не просто так вылезают в рандоме. Это червяк пустоты, который призван, блять, большим количеством истока, блять. Который ебаные да. Пидорасы в виде магистров тут нахуй нахуй и вертили, блять. Короче, ты короче, блядь, пизду заебал, блядь, спрашивать. Сполерю тебе. Чем больше используется исток в мире, я знаю. Больше, раскрываются, блядь, ну, врата. Типа, здесь сейчас никто не использует мощный выброс исток. А, вот, блядь, большого количества, нахуй, блядь, вот этих всех, блядь, тварей истока, которые они понавешали на столбы, это, блядь, не использование истока, да? Это так, они просто тут висят, блядь. Ой. Прикалываться, блядь. Скипает диалоги. Просто, бля, не могу, ладно. Ой, я считаю, что Гэндальф бы слил свое братство кольца где-то в районе моря. Он бы позволил им сдохнуть. Он бы пришел к Саурону и сказал, забирай этих долбоёбов. Да, давай этого червя, блядь. Дави его нахуй. Съебался. Они очень мне нравятся мне нравятся фермопилы, в которых они стоят. Да, мне тоже очень нравится, потому что червяк к нам никогда не вылезет, потому что он четко привязан к той локации. И он будет только ебать их, и вся это некроплами и прочая хуйня будет ложиться только на них. А мы на хайграунде и можем их трахать. Это мне тоже очень да, нравится. Да, только нам придется поэтому... идти в бой обратно. Нет, так это пофигу, это как бы. Я стреляю в кого вижу просто, мне без разницы, кто говорится в этом. Сейчас еще на тебя ярость наложу, это тоже прикольно. Зачем? Не надо на меня ярость накладывать, не вздумай. Окей. Я использую заклинание. Ярость не дает использовать заклинание. Ты читай полностью, что там написано. Да мне не читать. Мозгу больно. Если Северстон узнает, что посреди боя можно еще сохраняться, у него мозг лопнет. А я сохранился, когда матка не начал. Бля, разум, френа. То есть до боя он не сохранился, а когда нам начали говорить, что он, блядь, ну да. Ну нет рефлекса, понимаешь? Блядь, в подобных играх он должен просто выработаться, блядь. Я не играл.
просто. Не знаю, я в играх, в которых ты там, скажем, тратишь на какое-то действие, блядь, по полчаса, блядь, просто автоматически сохраняюсь. То есть, условно говоря, ты дрочил-дрочил какую-то там, не знаю, битву там, от какого-то босса просто, там, какого-то моба там в стрелялке убивал, ты его убил. Ты не сохраняешься после этого, как только ты его убил? Я привык, что в нормальных играх есть автосохранение. Нормальных. Здесь тоже есть автосохранение, просто здесь автосохранение четко привязано к определенным локациям, пересечению границ. И, как правило, это на первый раз. То есть ты, условно говоря, дошел до контрольной точки, появилось автосохранение. Когда ты бегаешь туда-сюда, ты можешь бегать туда-сюда из одного места я в другое. Я вернулся, потому что я так понимаю, что у нас бой продолжается. Да, фан и фарм, понятно. Так, давайте. Сейчас посмотрю внимательно. Ну, вот такая штука есть. Ну, давайте, поехали. Цель... Ладно, ебашим, нормально. Ну, чё есть, то есть. Так, чё ещё? Я могу предложить... Не, ну, я могу сделать так, чтобы Красный Принц мог войти в бой и не пососать хуёв. Ну, это всё, что я могу сделать. Давай, делай. Всё. А я сейчас следующим ходом сделаю очень хитрую хуйню, блять. Я надеюсь, я это сделаю верно. Я выйду пацанам в тылы и начну трахать их немножечко. А тут где тут тыл-то? Сейчас увидишь. И да, в наших интересах, как мне кажется, чтобы епископ выжил. Нет, зачем? Он должен сдохнуть. Нет, он живой, гораздо веселее. Его можно взять на корабль, над ним флексить. Он и так возьмется на корабль. А, то есть его нельзя тут убить вообще никак? Он просто типа теряет сознание, да. Ну тогда пошел он нахер. Я тебе даже больше скажу, даже если убить его на корабле, именно убить, он все равно будет в последней главе стоять. Понятно. А, ну даже он сюжетно важный кукол, да. Тут это, к сожалению, никак, ну, нельзя это изменить. Такая вот тема, да. Я даже специально это проверял. По-моему, червяк приболел. Ну, червяка сейчас гейсты просто порвут, потому что они реально мощные. Поэтому гейсты, да, это зло. Гейст там отъехал уже. Один, да. Ну там еще есть второй. Или нет? Где? А, нет, второго нет. А, там просто. По-моему, чувак, один из самых сложных боев в этой главе на корабле, если я не ошибаюсь. Ну, типа абордаж. Там главное прожить 5 ходов. Просто не дать это убить. Там не обязательно выигрывать бой. Там надо выжить, 5, чтобы 5 ходов выжила хворь. Кстати, и докастовать просто портал. Ну что ты там ходишь? А, да, извиняюсь, сейчас пробуем. Так. Там еще половина сосочи из магистров не задействована в бою. Где там стоят? Да. Одна сверху наверху вот здесь стоит. Всё. Че это за хуйня, блять? От Серлора побежал сосать, что ли? Ну ладно, пусть. И где-то здесь лучник должен быть. Мне кажется, у Серлора какие-то проблемы что... с IQ. Да. Он же. О, блять, ребят, матрица пизданулась, проверяйте. Он бегает по одному и тому же маршрут. Сиверстоун, не обязательно ходить, мы подождем. А дебил, уже... блядь. Сука. Потом люди спрашивают, почему ты игру в соло проходил первый раз? Я бы не стал бы бить червяка, бил бы все-таки этих. Да ладно. Андрюх, твой. Сейчас, секунду.
Так, я тут опять. Значит, мне, к сожалению, надо двигать жопой. Вы понимаете, эта игра вынуждает меня двигать жопой. Неприемлемо абсолютно. Так, есть я такое? Подвигал жопой. Ну, у меня особо выбора нет, мне надо червя долбить, мне больше нет целей. От меня не улизнешь, сказал магистр стрелок и не стал нихуя делать. Так, посмотрим. Так, ну, так, по так. Ага, о, понятно, так. Угу. Нормально. Прикольно будет, если мы сейчас червя добьем, короче. И выйдем из боя, потому что эти решат. А, хотя мы не выйдем, потому не что. Не выйдем мы из боя, да, мы. Нет, мы не вышли. А, я вышел из боя, отлично. Вы в бою, это отлично. Я сейчас тогда. Вы воюете там, я сейчас тогда в тылы к ним немножко зайду здесь как раз. Ёб твою мать. Ебать, у Александра там дохуячил. Так, а тут он, вот он я. А тут он, вот он я. Смотрите, ребятки. Опа! А вот тут ебака прилетела. Жопильник. От меня не улизнешь, сказал маг. И такой, и хуй с ним. Не улизнешь и не улизнешь, чё бухтеть-то? Там пиздят моего нахуй предводителя, блять, но от меня не улизнешь, да. Зачем ходить, если ты все равно не улизнешь, вот правильно? Так делаем. Я вот на супер хайграунде стою, просто мне просто видно далеко и к соку. Есть предложение. А, так, сейчас подожди, анализируем. Этого я достать никак не могу. Ну, у меня никаких особо веселых вариантов нет. Только вот такое вот что-то, типа. Ну, поехали. Хорошо, хорошо, начальник сосет. Буду стоять смотреть дальше. У начальника случилась пососайка. Так, я так понимаю, мы эту битву заканчиваем, наверное, и, ну, портуемся на корабль и да, заканчиваем. Да, у меня так для тебя плохие новости, это попасть. Проклятый огонь, его надо благословлять. Его невозможно бывает. Потушить. У меня есть, нет, у меня есть очко истока, но он будет тогда хилить всех. Да, и их тоже, а это не очень хорошо. Потому что они сфинежить. Среди них есть епископ, спецэффекты шотландской церкви. Смотри, смотри, какой прям пацан развернулся ко мне, он меня заметил, короче, смотри, он меня заметил. На нахуй. На нахуй. Ты меня заметил, на нахуй. Ты сейчас на еще. Это, с кинжалом на тебя полезет. Так, с кинжалом на меня полезет, да? Родной, ты не прав. Так, поэтому лови вот так. И два сюда. О, хорош, казнил ребеночка. Так. Так, а что у него? Ага. Ага. Так, ну ладно, пока еще можно еще в него стрельнуть разочек. Опачки. Так, и вот такую штуку себе дам. Нихуя, что он придумал. Опа. Это неплохой ход. Ну придется, ну ладно, придется благословлять пламя, и ну, у меня есть план, короче. Не-не-не-не-не-не, у меня есть план. Так, короче, мой план. Шаг номер один. Блять, цель далеко, ебаный рот, а. Придется один АД потратить все-таки. Ладно, сейчас, подожди, сейчас мы все сделаем как надо, как следует, сейчас. Сейчас дядя Андрей все сделает как следует. Так, я хоть не получится. Ладно, похуй. Работаем. И чё? И чё? Кто-то благословил? Землю, блядь! А, оно было проклятым? Походу, теперь ты... это просто огонь, что ли? О... Да. То есть ты снял. Он должен был становиться благословленным огнем. Нет, просто если ты просто огонь благословляешь, он становится просто огнем, а так ты просто его снял. Какое-то говно, проклятие. Короче, получается, я тушу эту территорию тогда. Что еще могу сделать? Могу еще вот так сделать. Удобно потушилось, мне нравится. Ну там сейчас пар с оглушением. Да.
Вот это вот, вот это облако, оно такое приятное. Качественное облако. Грозовое, блядь. Оно грозовое, горячее. Его можно разогнать. Это проклятый, конечно, электризованный пар. Уяся. Короче, разбирайтесь с этими хуебесами, я сейчас пойду. Лучник, нокдаун, дай ему. А у него лучник деградировал. Я магистр-стрелок. Так, отлично. Лови в джобу. Поньк. Лови еще. Поньк. Чупоньк. Куда он побежал? О, отбегает от тебя. Поушена жрет там еще, смотри, да? Да. Ну, ему жить осталось немножко, конечно. Здесь это... И достал, что ли? А, не достал. Да, он дофигает как-то. Нокдаунил. Я так понимаю, когда мы убьем Красного Принца, мы выйдем из боя, потому что эти два разумиста, как бы это... Они тут немножечко как... Они забыли немножко, где мы. Забыли, да. Они просто в бою на автоматизме просто. Они слышат, что за стеной происходит какая-то хуйня, но не могут понять, что именно. Их это злит. Андрюха, а зайдите подальше чуть, отойдите, пусть. Я думаю, что как только мы убьем этого Александра, просто бой, мы выйдем из боя просто и все. Кто-то мне подсказывает. Так, подожди. Ну так давай убьем Александра. Не, я до него ничем не достану, так что... Я до него ничем не достану, поэтому что я могу сделать здесь? Да нет, здесь мои полномочия, в принципе, ну как бы, ну... Я могу попробовать вот сюда подойти. Ну, с лучником, может быть, мы повоюем еще кое-как, да? И доспех... Ты можешь лучника протануть. Не могу, мне ОД не хватает. Ладно, я вот так сделаю. От меня не улез... Ну давай, лучник. Вау, какой ты сильный. Да, я луч... Да, я лучника буду портовать оттуда. В этот его, в туман закинь. Да, обязательно. Вот в это мягкое наэлектризованное облачко. Пусть он там пофлексит. Пейн, просто пропусти и все. Да, не надо никуда бегать. Ну давай, если ты к нему попадаешь. Слишком далеко. О, отлично. Тебя все заклинания на одинаковое расстояние бьют. Так что можешь не проверять. Они по разной траектории бьют. Там порча есть, да. Ну, нормально. Так, ну давай. Решай, епископа. Решаю. Опа. Так, ну если не кританет, он будет жить. Бля, 3 хп. Доживет до зимы все-таки. Не, тут же есть. Понятно. Червяк. Земляной. Все, сын своего отца. Граб на землю. Какая ты сильная. Что? Какие вы там крепкие маги. И куда он тебя телепортирует? Туда? Кстати, очень удобно он сделал. Так. Я тоже так умею. Так, выберите точку назначения телепортации. Говорят... Нет, я его хочу себе на лоу-граунд захуярить. Я хочу захуярить его себе на лоу-граунд. Чтобы он бежал, там, проклялся. Вот, и... Вот, да, вот это. Наслаждайся, блядь. О, смак. Так, что мы еще сделаем? Ну... Я, наверное, уйду вот сюда, потому что мне надо будет сейчас воевать. Да-да, беги по проклятому говну, да там, на льду еще упади, да давай. Я не буду говорить, чей ход, я просто пойду и полежу у вас. Так.
Нормально. Ну, урон маленький, потому что low ground. Надо бы бочку со слизью рядом с ней взорвать. Ей понравится. Та-дам! Здравствуй, родная. Следующим ходом мы тебя обрадуем. А, вот у меня уже есть следующий ход, а мы сейчас его отложим пока. Дабы меня не палило. Тэш, тэш, Фейну прилетает. Так, значит, мы делаем раз. Так, тут дождь идет, да, он влажный, нет, он горит, да, он пока горит просто. Блядь, а, вот ну, можно 0 АД потратить как-то, да? Красный принц там что-то... Красный, то есть мы воюем, красный принц пошел лутать. Я тут лутаю Александра там вся меня. Нормальный ты пацан вообще. Не дожил до зимы парень, да, я пошел в бой, лоу, на красном принце где-то. Враг, правда, в ебенях где-то. Так, ну вот у нас осталась последняя магичка. Ну, можно как-то сбросить это... оттуда? А, я нету портала. Я могу только ей ебало сбросить что-нибудь. О, хорошо, давай. На самом деле мало вообще вносится. Ну, потому что минус 10%. Так, сейчас попробую что-нибудь. А ты ее можешь протолкнуть? У меня вниз? Откат еще два хода. Ну, долго, короче. Блять. Ну, ладно. Так, ладно, я себя в disadvantage, конечно, запихиваю, но что поделать. А, хотя нет, могу. Все. Так. Давай. Так, где красный принц? А, понятно. Кидай его вот сюда, кунди, к бочке, ладно, что ли? Давай она будет себя боссанной, чтобы чувствовать, да, вон туда вот прям ее. Все. Так, бочка с водой. Ладно, просто воодушевление. Все, давай. Так, сейчас натворим дерьмо. Так, бочку с водой разбивать. Да, у меня есть пару спеллов электрических, которые ей понравятся. А, бля, опять я хожу, ёпта, блядь, нихуя себе. Так, чё, увечья и ебану, что она двигаться не могла. Да всё, кончай, а, ну, всё, Гаган, всё, да, походу. Давай, финализируй. А у меня всё, нету больше, у меня нету хода-хода пока. У меня три этих было, всё. А, увечья, бля, увечья три этих просто использовать, ну ладно. Я тупанул, что, блядь. Мог её просто нахуй ебать, ну. Так. Пока. А, нет, не пока. У нее маг-протекция еще была какая-то. Она еще что-то пытается там шевелиться. Что-то пытается шевелиться. А знаете, какую цель легко убить? Но... крепко замороженную цель легко убить. Но она, скорее всего, не заморозится сейчас. Нет, не... да, она... ты добьешь, скорее всего, сейчас. И у нее останется там, не знаю... ее добьет Фейн просто, и все. Ладно, там это самое... добивайте девочку. И Фейн просто добивает подругу. И вот у нас 8,5 максимальный опыт практически. Ну, мы можем устроили, блядь, бардак, серьезно? Сука, мы куда-то, блядь, просто сбежали, в какую-то лодку сели и уплыли. Кто устроил? Кто бардак? Уже облутал древнего червя, блядь? Кто уже? Я. Охуеть! Я. Ну давай рассказывай, что ты там нашел. Сейчас расскажу. Так, только не только этот там, как бы Сильверстоун, не садись в лодку сразу. Я сейчас. А, Сильверстоун, мы битву закончили. Знаешь, что надо сделать? Ты что, умным что ли стал? Смотри, я тебя там покидал на опознание. Некоторые там. Понятно. Хорошо, общайся.
I'm here to help you get off this island, and you're what gets some of us out of bed each morning. Там на мага вещь, на милишника и колечко какое-то там. Так, это тебе, кстати. Посмотри. Телосложение, уклонение. Не, мне это не под... Она же на этот, на интеллект. Ладно. Я не, у меня нет 12 интеллекта. Это плюс один диамантия, это такой тоже. Фейну. Как бы... фейну кину. А, это кольцо просто, ну... Да, это просто кольцо с хуйней. Да, продать это просто. Это все шляпа. Злоебучая. Охуяк нахуй, вот так и прилетел я. Что? Можно уебывать отсюда. Из этой помойки. Да, кстати, я так и не узнал ничего о хворе, потому что, когда я первый раз проходил игру, квест, который раскрывает хворь, насколько я понимаю, это квест с демоном Лоуса, да? Ну, да, ну так вот, он у меня забаговался, я не мог его пройти вообще никак, абсолютно. Потому что она, да, она одна из тех, кто помогает Лоусу избавиться, да, от она этого. Не, она не помогала, она просто не появлялась перед домом демона, я не мог пройти этот квест. Ну вообще, четвертая глава была самой всратой, она была полна багов, просто пиздец. Она была в хлам была забагована. Ну, я тогда уходим тогда. Я кинул там на это как бы на обследование. И вот еще. Как же вы заебали, все надо сказать, если она вас тронет, то получит по зубам. Так, это мой посох, отлично. То есть мне тоже надо теперь с ней. Я потом. Не дохуя ли тебе будет благословление, блять? Магическая подруга, броня, блядь. Ловкость геомантия, шлем часового. Требуется ловкость демонов. Да, вот сесть. Такой, вот. Короче, продам. Да, я с ней поговорю еще тоже. Да, я хочу с ней поговорить. Ну, поговори. Говорю. Дай ему в голову стрельну. Точно. Смотри, прям четко в голову попадаю, смотри. Снайпер, на-на. А у него голова какая из этого? Из адамантия сделана. У нее искры просто. Так, а вот это тоже из адамантия. Вот это тоже из адамантия. Ой. Нахуя вы в нее стреляли? А куда она делась? Плащ Александр, 9 физической брони. Нахуя вы в нее стреляли, блядь? Я думал, она тоже как бы... Не... Условно говоря, я в тебя стреляю, ты типа не получаешь урона. Я думал, она тоже, короче, не получает что, урона. Улетаем? Нет, смотрите, я... Александр. Будет очень прикольно, если мистер... из-за мистера Александра мы не сможем дальше по сюжету продвинуться. Нет, тут... Ну, а ну кто в нее стрелял, блядь? Я. Ну и что ты предлагаешь делать теперь? А чё она? Чё случилось-то? Она убежала? Она типа временно исчезла. Временно? Ну, по-моему, да, она и появляется, да? Потом заново. И сколько надо ждать? Так, стоп, а кто сказал, что сохранился, когда закончился бой? Я не сказал, что я сохранился, я сказал, что надо сохраниться, но я в тот момент... Какой же ты долбоёб, блядь, я не могу просто, пиздец, вот она нахуй. То есть, подожди, стой, вопрос. То есть ты до сих пор не сохранился? Блядь, какой же ты деградант. Я не, блядь, я никогда за тебя не проголосую, извини. Сильверстоун, это слишком, блядь. Как хорошо, блядь, что она вернулась. То есть мы его хуесосили всю битву, что он не сохранился, то есть мы убили битву, сказали, что надо сохраниться, он сказал, что да, надо сохраниться, но не сохранился, блядь. Сука. Ой, человек создан для хардкорных режимов, блядь, потому что там не надо сохраняться, блядь. Там просто начинаешь заново, блядь, всю игру. Не, просто я, Андрюх, не знал, что она исчезнет. Я просто тебя просто стрелял, ты урон не получаешь. Я думаю, ну, блядь, раз она в диалоге с тобой, видимо, тоже нет, просто. А я не думал, что она исчезнет.
Все, поехали. Поехали. Да, все, уходим. Копье у него классное, кстати. Красивое. Кто не может, блять, кто не принял? Догадайся. Че? Че? Аллилуйя, блядь. Уставший от долбоёба, не знающего кнопки F5 отряд, продвигается вперед. Так, значит... Блядь, Сильверстоун вырабатывает эту нахуй привычку. Мы сейчас идем спать, тут ты к следующему нашему заходу вырабатывай привычку, потому что в Дрифтвуде F5 надо нажимать, иначе тут будет такая пососайка, блядь. Потому что тут есть квесты, которые могут похерить часов 5 геймплея просто, блядь, если что-то не так пойдет. А еще лучше в слоты сохраняйся, да. Ну что, сохраняемся и тормозимся. Не, сохраняемся, тормозимся, все. Ну, потому что сейчас нет смысла уже. Тут дальше, как бы, открывание всех этих дохуя диалогов, блядь. Тут тем более Сильверстоун, надо все это читать, блядь. Тут как бы все. И тем более уже на самом деле, да, уже, блядь, время дохуя. То есть я хочу поспать немножко. Прям говорят. Мне очень понравилось, как Сильверстоун такой интродакшн второй главы взял, так скипнул нахуй это дерьмо. Сильверстоун, как ты в Call of Duty не играешь все время? Я удивлен, просто для тебя игра, там нет диалогов, Я не скипал, кстати, ничего. Я хотел спросить, кто скипнул эту как заставку. А, подожди, она у всех не своя? Нет. Я просто эскейп нажал, сорян. Ну, на самом деле, там, в принципе, правда, ничего, там, да, просто ничего такого не говорят. Да, там... Не-не-нет, я на самом деле, я просто думал, что у каждого своя, как обычно бывает, знаешь, ну, типа, у каждого свой там прогрузочный экран, и я просто поэтому нажал Escape и не думал, что я скипну всем. Окей, я буду знать. Сохраняйся, Сильверстоун, к сожалению, никто не может сохраниться, кроме тебя. И как же это хуёво, что никто не может сохраниться, кроме тебя. Надо сохранение, госпожа Мисс. Ой, значочек, вот да. Все, аллилуйя. Все. Так, все, короче, а я тогда. Как его красный принц повалился, что ли? Он, короче, здесь можно поменять своего, ну, как бы, спутника. Ребят, спасибо вам за внимание, кто смотрел стрим. Ребят, помните, что перед сексом F5, после секса F9. Вот, все, ребят, давайте. Жаль, это так не работает. Все, ребят, давайте, до скорого. Это